Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. С вами снова Комбо Брейкер Кирилл Ерошкин и Максим Еремеев. Да. И мне тут в голову пришла идея, почему бы не сделать экспериментальную рубрику. Ну как? Ну да, пока что экспериментальную рубрику у нас на стримах под названием Киномакс. Это сомнительное, мой юморочек, это сомнительное название, я сразу говорю. И к тому же, к нам, есть же такая, по-моему, сеть в кинотеатрах, Киномакс. А, -то есть, того, это я потом уже узнал, нам когда уже, я картинку делал. Нам уже набирают, я думаю, там а. из юридического отдела. Поэтому у нас да. в два слова. Чтоб не придрались. Окей, ладно. Вот. А где мы будем разговаривать о кино и сериалах? Потому что что-то в последнее время мы почти этим не занимаемся, по крайней мере, в эфире. И почему бы... — Две ваши любимые, любимые темы, мы знаем, особенно кино. Вот Кирилл рассказывал, mm. как ä, у нас на канале хорошо заходят материалы про ä, свежие всякие фильмы, как круто их смотрят, вот, и мы решили, надо как-то развить тему, естественно. Ладно, uh -huh. на самом деле, я не знаю, yeah. вот, по-моему, по вы с Сашей уже разговаривали немножко на эту тему, не смотрел просто прошлый стрим, uh, но... Наверное, в первую очередь просто, знаешь, надо поставить галочку, надо про игру престолов. Игру престолов. Да. Ну да, мы немножко поговорили. Отмучиться, оно... знаешь, как вот короче, игры престолов, взять, престолов мало не бывает. Взять поэтому... пластырь содрать, вот. ее бывает много. Слишком много. Это, это твой взгляд. Это огромная проблема, да. Я просто, да, очередная хреновая встреча. Вот именно. Кинолох, ну или так. Значит, это просто. Мы вот с Кириллом уже немножко обсудили. Мы, мы... подумаем над тем, чтобы да, переименовать. Мы подумаем. подумаем. Киночмо. Да. Вот. И мы все уже посмотрели. У меня есть еще одно великолепное название мини-рубрики, которое у нас сегодня будет. Я обязательно скажу. Это очередная моя шутечка за 300. Давай. Но я не могу ее не озвучить. Давай, да. Мы все уже посмотрели, как возможно. Я думаю, большинство из вас уже все посмотрели первую серию восьмого сезона Игры престолов. Я, значит, от своего имени. — Ты хочешь сейчас спойлерить, давай сразу. — Нет, да? я не буду не ничего будет, спойлерить, всё, нет, нет, никаких, сп... ну, так, там, нет, короче, это не спойлер, там, если я даже буду чуть-чуть, я пару реплик, может быть, повторю, вот, но это так, это ерунда, вот, эм... мне не понравилось, я не могу больше на эту херню смотреть, значит, вода, у меня, у меня несколько проблем, во-первых, я, как я вот только что сказал, я не могу уже больше на эту херню смотреть, так. я устал за сколько там уже, 10 лет. — Нет больше. — очень... а? Девятый же сезон. — Девятый же сезон. — Восьмой, восьмой, восьмой да. Ну, там большие перерывы были. Я поэтому, я не знаю, я сбился немножко а, со счёта. Ну, — кстати, да. В том году же, по-моему, не, не вышло нифига. — Очень большой был перерыв между седьмым и восьмым, и там перед этим, по-моему, тоже. Так вот, короче, во-первых, я дико устал от всей этой истории. Просто кошмарно устал. не могу больше. При том, что я был диким фанатом Мартина и конкретно «Леда и пламени», да, всей этой херни. Я не могу. Меня тошнит уже от этих драконов сраных, от Дейнерис, от Джона Сноу. Все меня бесят ужасно. И вот тут вторая проблема. Особенно все меня бесили вот в этой новой серии, потому что, ну хотя вот как Кирилл, опять же, когда мы этим обсуждали, мне уже сказал, что ну это как бы нормальная история, да, что там первая серия нового сезона, водная. она вводная, там как бы в принципе ничего обычно особенного и не должно происходить, да, там просто как бы ну такой... вода, да вода, вот здесь она такая глубокая, что я просто я чуть не утонул нахрен в ней, меня болото, болото меня реально меня вот бесило каждая первая реплика, я просто уже не мог смотреть на это все это безумие, особенно особенно круто конечно выступил там Денерис, которая просто э, в этой серии просто королева убогих ванлайнеров, э, вот, э, то есть, ну это просто эта серия, что с подводкой она утонула, да, там, что едят драконы, все, что захотят, за что мне держаться, -то? за что получится, Замечательно, просто охеренно написано, вот, и действительно ничего не происходит, действительно вся серия состоит из, из как бы Ничего. Диалогов, из разговоров, и я не против, в принципе. Один из моих любимейших сериалов на все времена, вот, это ну, относительно уже, относительно новый все-таки, но, но, тем не менее, я дико его люблю. Это тот самый «Призрак, «Призраки дома на холме». Вот. Uh, the, the, haunting, «The Haunting of Hill House». Я дико его люблю. Он весь состоит вообще из монологов. Понимаете? То есть даже не из диалогов, это просто вот я... вдруг сейчас, ну ладно, подожди, погоди. несколько серий посмотрел. Да, я понял, твоей наводки, сейчас не заметил уже этого. не про это. Нет, это серьезно, так, обрати внимание, там просто там каждый, а вот постоянно там вот в каждой серии, каждой серии состоит из эпизодов, в которых вот один какой нибудь персонаж берет и вдруг вот просто вот включается и вот насыпает, 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 вот прям вот иногда просто глядя в камеру даже, вот. И я, я, я это тоже не сразу подсек, кстати говоря. Только уже где-то во второй половине. Но у меня нет с этим проблем в результате. Я сначала, я просто такой поржал над этим, вот, но, 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 мне все равно нравится, потому что это хорошо написано. Вот. И как бы да, это все вот спло, сплошно, извините, пиздежно, вот, но, но он, он, хороший, он интересный. Вот здесь, в ИП в новой, ну, это настолько слабо, это просто ни о чем. Не, ну, давайте будем честны, если бы это что были интересные всю Серию хотя бы. можно было сократить до минут 10 вступ вступления, как бы. И дальше начать разворачивать какие-то события. Ну, то есть, да. Фактически, ну, ну, что произошло? Mm -hmm. ну, то есть, даже вот если в реально начать что произошло? Все да собрались, ничего. понимаешь? Да ничего не Все произошло. Собрались. Мы вспомнили, что эти герои существуют. Ну, бы, отчасти, вот... опять же, возможно, так и было задумано, как ты сказал, вводная серия. Много mm -hmm. времени прошло, как бы с. С седьмого сезона, вот. Как бы, с одной стороны, да, с другой стороны, перед началом серии нам показывают привесли. Ну да, логично. Как бы вот. И в целом эту роль выполняет привесли. Что как бы вот есть эти персонажи, с ними плюс-минус, как бы, вот произошли такие события, которые вам нужно вспомнить о том, чтобы понять вообще, что будет дальше. Тут говорят нам, что просто сценаристы глупее Мартина самостоятельно умных разговоров родить не могут. Вы знаете, ну, может быть, Мартин действительно несколько помощнее в, в литературном смысле там, чем я не помню, кто сейчас там занимается сценарием. Вот, может быть. Но я должен как бы сказать такую вещь немножечко крамольную, возможно, с точки зрения там фанатов э -э его и игры престолов конкретно. Вот талант Мартина очень сильно переоценил на самом деле. То есть он, я не говорю, что он плохой писатель. Ты сейчас ты подожди, ты сейчас. Я мол, не говорю ни в коем, подождать. я не говорю ни в коем случае, что он плохой писатель, да? Он писатель очень толковый. Но он слабее, чем принято думать. Вот. И от книжек я тоже устал, понимаете, я все его книжки, когда вот эти вот ну про, про вестерос, всякие, которые вышли, я все читал. И они меня тоже уже утомили, понимаете? Хотя там действительно, особенно четвертый. Кто читал четвертую, я думаю, поймет мою боль. Это, ну, это невозможно было. Это было испытание. Артем Баданов там тут пишет, что во время диалогов они причем стоят друг перед другом, да. руки по швам, игры никакой, ну, а актеры еще и телом должны играть. Ну... Так подождите, подождите. Они же там Дейнерис и Джон Сноу в определенный момент играют телами. Как бы, if you know what I Это mean. шутка сейчас такая да. была, да? И он продолжает. Вечер сатиры и юмора. Короче, ну да. Не, на самом деле, тут, знаете, дело даже не в только, может быть, в том, что они не, типа, не стоят по швам. Дело в том, что тут камера стоит по швам там. То есть, это, знаете, вот, кстати говоря, кстати, как вот меня иногда это вымораживает в видеоиграх, как раз, вот это заметно, как, как, как отличить из серии видеоигру, даже вроде бы дорогую, да, Почему чем она отличается, в смысле режиссуры э, и постановки от, типа, от толкового фильма, да, вот когда там начинается диалог какой-то, не катсцена, а иногда и катсцена, вот. Там вот именно вот то, что сейчас описали, то есть просто вот, как бы, один ракурс, да, на персонажа взят, uh -huh. вот, как бы, и он говорит, говорит, говорит. Он закончил говорить такой, раз, переключается камера на другого, статичный, точно так же ракурс. То есть камера никак не двигается, как бы не присутствует. Никак, совершенно как бы статичная сцена. Это скучно. Я вот. думаю, что но в кажется, данном в это случае это, дело. это была некая, некая. Ну, я могу ошибаться, но мне кажется, что это была некая задумка авторов, чтобы показать, так скажем, отстраненность. Потому что север, холод, вот это вот все вот, мертвые знаешь? наступают, и нужно немножечко отстраниться. Как бы, ты вот, знаешь, ты знаешь? Холод через экран, а, почему? Знаешь, несколько лет назад был такой фильм, выходил сейчас, неожиданное будет сравнение. Вот, надеюсь, понятно. Короче, несколько лет назад, два года или три, я не помню, уже выходил такой фильм, очень непохожий, похожий, конечно, на Игру престолов, неважно, назывался Сын Саула. Вот, это фильм про Холокост. Минуточку. Вот, конкретно про жизнь чувака в концлагере. Я не помню, кстати, уже в каком именно концлагере. Вот, Ну, короче, да, про обитателя концлагеря. Вот. И неважно, про что там дальше, какой там сюжет. Вообще, это как бы не про это, ну, хотя там как бы понятная вся динамика. Вот, но фишка в чем, К чему? Там весь фильм, он снят, собственно, из-за плеча главного героя, из-за спины фактически. То есть ты практически весь фильм ты смотришь ему в затылок. Uh -huh. Вот. И вокруг и он только, короче, в фокусе, все вокруг остальное размыто. Это, безусловно, было сознательное режиссерское решение, эстетическое. То есть это человек, который выключен уже из реальности, закрыт, потому что настолько кошмарно все вокруг, что невозможно. И он как бы вокруг себя воздвигает какие-то стены, да, чтобы как бы отградиться от этого. Это вот как бы это так вот иллюстрируется. Это было сознательно. Вот здесь, мне кажется, просто фигово снят. Как бы... Нет, а... надо сказать, что я глобально не, не то чтобы прямо очень разделяю точку зрения Максима, потому что я, например, не устал от «Игры престолов». Ну и да. не считаю, как бы, ну если не смотри. Нет, ну подожди минуточку, понимаешь, я... Я с одной стороны, кстати, я я когда-то я бросил уже эту затею идиотскую. У меня был такой, потом за, начал снова он там по разным обстоятельствам. Я про, пропустил, соответственно, несколько Но я знаю, что там было, потому что я перечитал книжки. Вот к тому моменту еще сериал не обогнал книжки. И э, сейчас я уже как бы понимаешь, вот этой серии, вот ты играешь какую-нибудь игру, да? Uh -huh. Вот длинную очень. И вот тебе остался, например, вот как знаешь, как Сикеро, например, там, да, там остался, да, ты дошел до последнего босса, который суперпотный там, да? Вот. И так он тебя утомил уже. Играть я уже, в принципе, ну ты устал от нее, потому что вымотал. Ну, сложно, тяжело, больно. Вот. Но это последний босс. Ну, его надо уже как хоть, хоть как-нибудь, хоть с читами. Просто галочку поставить. Из принципа. Из сприн. Опять, ну просто такой, вот я всю практически игру прошел уже, да, вот. Ну что, я теперь буду как бы сливаться, ну давайте уже, вот. А может быть, с перерывом, может, как-то еще, понимаешь? Тут, я уже практически всю игру престолов прошел, да? Я уже до конца, как бы, хочу это все. Я уже все, надо тоже поставить галочку. Вот, вот приквелы, которые снимают, тут я уже не уверен, что будут даже начинать. Не знаю, я просто об этом уже говорил, что я не вижу в этом ничего плохого. И как бы, если бы это был не последний сезон, а было бы еще планировалось 10 сезонов, меня не напрягало бы это. Ну, не, я бы, если бы еще же, 10 сезонов, я бы просто бросил. Это же, же такая некая жвачка. Ну, только для меня, например, вот такая же жвачка, это, опять же, я рассказывал, что это Walking Dead. Там уже какой-то лютый, там 10 20-й. Про сезон, это про это я даже говорить а, отказываюсь. Но я продолжаю смотреть не потому, что это что-то невообразимое. Нет, я как-то привык. Привык смотреть. И как бы, ну и вроде как бы ничего. С ну, walking, есть... dead и ничего, Свокинг Дэд у меня, и... знаешь, какая проблема? Я вот вижу. Чтобы я, вечером я, прийти расслабиться. Я вижу, я просто вижу. Это для меня такой Это, конечно, как бы косвенные признаки, такой, как бы, ну, аналитику бог, но э, одна из причин, по которым я бросил, это, знаешь, вот типа, как как выглядит в среднем вот, э, заголовок, например, какого-нибудь там поста, там где-нибудь на каком-нибудь где где-нибудь на каких-нибудь, на нердисте, вот на всяких таких сайтах, которые, да, занимаются э, гик-культурой. Вот, средний заголовок про Ходящих мертвецов. Так. Кого же убьют в новой серии? А... И для меня это, я уже, кстати, говорил, по-моему, для меня это лакмусовая бумажка своеобразная. Вот больше... Если больше ничего не осталось, как бы, если это главная тема для обсуждения по поводу э, э, ну обсуждения сериала в целом, да, значит всё очень плохо. Я не хочу это смотреть, ну я не смотрю, собственно, как бы, я даже не собираюсь там по этому поводу дальше выступать просто. Да вот, нет. Вот. Самом и самом у меня этом... есть, и у меня есть, да, сорян, у меня есть ощущение, что вот игра престолов, она на самом деле, она уже вот. Вот опасно близко к этой границе. Меня, вот лично меня это не напрягает, а с э, ходячими там смешно, потому что некоторых персонажей они выкинули даже никак это не обусловив. То есть Его просто нет. Как бы его не показывают. Его нет как бы среди э, других персонажей. Его просто нет где-то. Где ну то есть я актер явно ушел из сериала. Ну судя по всему. Больше не снимается. Ну они же там меняли некоторых, например, этого. Я забыл как зовут этого чувака, который, наемника, который из смутил. Он же сначала его играл один актер, а потом они его в следующем сезоне такие. Раз, уже другой просто без беседы. Нет, я про ходячих мертвецов. А, ходячих, господи. Да, что-то я Они просто некоторые персонажи выбрасывают, как бы, и даже не мотивируют это никак. То есть в последнем сезоне там почти весь сезон нет Мэгги. Ну, как бы, ее как бы не убили но ее как бы и нет, и я неизвестно. И, судя по всему, ее больше не будет никогда. Это знаешь, я в таких случаях всегда вспоминаю эту самую Санта-Барбару, когда там из серии тоже начинается какой-нибудь новый сезон, там типа Мейсона Капфула теперь играет там какой-то совершенно другой рандомный абсолютно черт. Привыкните к этому. Окей. Вот. Не то чтобы я сильно смотрел Санта-Барбару, но я помню такие моменты. Я вырос в 90-е. Так, ну что? Да, ладно, я думаю, мы на этом можно закрывать ИП. Мы как бы эту галочку мы уже поставили, этот пластырь мы содрали. И вот так вот. Опять же, если, если вам нравится Игра престолов, по-прежнему, если вы считаете, что как бы все нормально, там, если вам хочется продолжения, там, с удовольствием смысл, вы не обижаетесь, когда как бы, то, что я говорю, да? Потому что, ну, просто глупо к каждой реплике добавлять там, из серии вот как мне кажется, по моему мнению, да. Ну вот мне кажется, вот так вот. Поэтому вы не принимаете это близко к сердцу. Uh... <с będą> и даже лучшие вещи они не всегда и не всем нравятся. Поэтому давайте перейдем к да. новой рубрике, в которой мы навестаем наши небольшие упущения да, да. и да. расскажем о кино, о которых, которое вышло недавно, mm -hmm. которое стоит, о котором стоит поговорить, но тем не менее мы этого не сделали. Может и нет. Не назвал случай. я эту рубрику. Ай, Макс. Я, я не мог этого не сделать, я бы чесался. Вместе, okay. Если бы этого не провернул. Okay. Итак, давай начнем. С чего начнем? С, ну у нас по порядку. Первый... У нас вот тут есть список. Вы не видите? У нас этот хеллбой написан. Ну я думаю, что он так выходил последний. Ну хочешь, давай сниму. Ну, давай сниму. Просто, Просто Макс у нас смотрел все. Я... ну не все, но я смотрел много. Я смотрел холбой Ну по крайней мере шо... из нашего списка. Мне... Макс смотрел все. Мне было очень плохо. Нет, ну холбой короче говоря, опять же, хеллбой Hellboy... Uh, сразу оговорюсь, я очень люблю предыдущие два фильма, да, мне комиксы сами нравятся, мне нравятся фильмы, нравились фильмы с Перлманом, uh, который Дель Торо снимал, вот, но при этом у меня не было, когда я шел в кино, у меня не было такого посыла, что вот, нет Хеллбоя, кроме Рона, вот, если нету Перлмана, то это все как бы голяк, никто больше так не может, они, конечно, могут, в принципе, как бы, ну, это вполне uh, такая роль, вполне такая выполнимая задача, но... Um... Даже при этом, при том, что я как бы старался, даже не то, что старался, просто у меня не было такой, такой предвзятой какой-то позиции, вот. Я с, с огромным трудом досидел до конца сеанса, и мне кажется, что это просто чудовищный провал. Причем что интересно, вот Дэвид Харбор, да, который сейчас играет нового холбоя, который... Из эм, очень странных дел. Да, из очень, странных, очень странных дел он шериф играет, вот, здесь он играет, собственно, самого холбоя. Он как раз, что характерно, он плюс-минус справляется. Вот. Ну, то есть, в первом он более харизматичный, вот. но у меня есть ощущение, опять же, что ему роль лучше просто написали. Я вот, может быть, придираюсь, вот. но чисто внешне, визуально... Перлман uh, был сделан, именно грим и прочее было сделано гораздо круче и натуралистичнее, что ли. Кстати, нет. Чем сейчас. Кстати, нет. он выглядит как резиновая нет. штука непонятно. Я, кстати, что интересно, кстати, я, см, я смотрел, я с, с, сравнивал как раз, да, как визуальный грим. Мне кажется, что у Перлман как раз он чуть менее натуралистичен у него рога, например, вот эти вот рога спильные, они там вот такие прям супер гладенькие, все вот это вот. это я обратил тоже внимание. Да, вот там такие обломки, вот эти обломки, да, нормально. Вот. Короче, первым мы их спилили, а это оторвали, как бы. Вот и все раз. Короче, все равно полирует. Короче, неважно, да. Он как раз плюс-минус справляется в любом случае Харбор. Вот, хотя там, ну, можно предъявлять разные претензии, но я говорю, опять же, у меня есть ощущение, что первым просто лучше написали роль и как бы ему было что играть. Вот. Все остальные персонажи, они просто, они такие бесячие. Это просто капец, я не могу. То есть вот как бы в, в первых, в, ну в прошлых двух хеллбоях, да, в Древиторских, там персонажи была химия очень крутая. У всех причем, со всеми. То есть там э, этот самый Эйп, этот чувак, э, я забыл как зовут, который... Не, человек. Нет, который немец э, в этом самом, который в эктоплазму превратился. Ну, писал. Не, нет, не ты путаешь пес... с другим персонажем. Да. Да. Это тот, а, который песочный, это это не не, не, не нацист короче. Ну нацист... да, да. они тоже оба короче да. все это. Короче вот да. Эфемерные и они все. И товарищи. они все были так круто написаны, они были одновременно как они были интересные, они были смешные там когда трогательные да. Вот. А они друг с другом как-то вот взаимодействовали интересно вот. И за этим было круто наблюдать. А тут вообще не даже ну не следа похожих имени никакой вообще в принципе все остальные персонажи полные нули чувак которого играет я забыл как его господи Дэниел Даи короче там есть который которые из остаться в живых да все из Лоста из да вот он играет там одного из центральных персонажей я не могу, мне просто, мне хотелось выйти из зала просто даже из-за него. Он так, он просто кошмарно играет, он еще пытается изображать британский акцент. Тем временем нам да. подписчик 50 рублей засылает. А чё так мало зрителей? Расскажите не про Хеллбоя, а про кино для 10 Сейчас дойдем до этого. Шаза. дойдем до этого. Мы еще да, поговорим да. сегодня о вот, короче говоря, он пытается еще, он пытается изображать британский акцент, потому что по сюжету он типа служит в, в МИ, 11, что ли, вот, он типа там британский поданный, все дела, вот, и он вот так херово получается. И как бы, и все остальное тоже плохо, то есть как бы экшен скучный, дизайн монстров такое, Я то есть помню, там есть что... несколько, есть несколько примеров, вот неплохого, то есть там вот Баба-Яга, там, там есть Баба-Яга, вот она так, ну, нормально относительно, вот. И в конце, в самом есть сцена, реально очень крутая, где появляются такие прям, вот я не знаю, такое ощущение, что обложка какого-нибудь там Детушного альбома ожила. Вот. Я помню, очень что в старом была действительно крутая атмосфера. Да, да. и крутая Ты атмосфера, прям вот прям и визуальный, и визуальный, дизайн, потому что Дель Торо, он умеет визуальный дизайн. Но человек снял как бы лабиринт фавна. Да? Ну, вот. на минуту, Дель Торо, это как бы вот сейчас уже, это, в принципе, это, это Тим Бёртон здорового человека. Потому что Тим Бёртон, он как бы превратился в какое-то говно скажем прямо, уже довольно давно. Вот, он ушел в повторы очень скучные. Вот, Дель еще как бы не дошел до этой стадии. И у него, опять же, у него очень хорошо с визуальным дизайном. Здесь визуальный дизайн кал, э экшен фиговый. Э -э Про персонажа уже сказал. Сценарий очень скучный. Злодейка, главный, который играет Мила Йовович. Такой... <связываю> вот, и в результате, я не знаю, я... мне, мне а было кто режиссер было... этого чуда всего? Блин, а режиссер, я не помню фамилию. Я помню, что он снимал какие-то, в частности, хорроры до этого, я не помню какие. Причем даже были, по-моему, неплохие у него. Может быть, я к тому, что, может Чуть быть, это не... прям большая какая-то именно режиссерская неудача. Я не это. знаю, может быть, может быть. Нет, знаешь, когда не удается, когда, когда фильм получается слабым, это. Мне кажется, всегда в каком-то смысле вина режиссера. Ну, в любом Потому случае. Потому что режиссер я... это человек, который, как мне, по крайней мере, насколько я, как я себе это вижу. Режиссер это который, человек, который должен э, у которого должен быть какой-то свой вижен, да, который должен vision, диктовать остальной команде, Безусловно. как бы э, проецировать на остальных участников процесса. И он, как бы, он источник всего, что происходит. Не просто я сейчас Поэтому... объясню, почему что я имел в виду, что есть ряд фильмов, в которых видно, что режиссер прямо. Очень плохо выполнил свою рада, работу, как минимум с точки зрения того, что он абсолютно не объяснил актерам, а что им вообще нужно играть. Ну, возможно, отчасти. я вспоминаю вот был такой фильм 2008 или 2009 года "Мститель" Миллера, Фрэнка Миллера, а, как, как а ля город грехов в той же стилистике, чувак в галстуке, а, а главный антагонист — это, это да. Сэмюэл Джексон, да. а протагонист играет, если я ничего не путаю, это Робин из Бэтмена okay. этого. Yeah старого и ты вот смотришь это кино и как бы с одной стороны вроде как бы красивая картинка стильно все но вот как город грехов все хорошо ну да. Ну но актеры, это не актеры все. Актеры просто они не понимают. То есть хороший действительно хороший актер Самуэл Джексон, он не просто не понимает, что ему нужно играть. Говорят, что поэтому Нил... делает он это просто омерзительно. Говорят, что Нил Маршалл снимал. Вот Нил Маршалл снимал псов воинов, я помню. Что еще? Подписчик снова засылает нам 100 рублей. Не надо про «Хеллбоя». при просмотре фильма из глаз и ушей потоком шла кровь. Да все, можно заканчиваем. Надо вот еще, кстати, пошел. кстати говоря, вот да, вопрос, что он снимал? На самом деле он все-таки человек, но ну, не потерянный. Вот, потому что ну, псы войны, да. А еще он снимал, он снял отличный, я считаю, хор, он снял спуск. Не знаю такого. Очень хороший, я тебе советую посмотреть. Он реально офигенский. Вот, если в двух словах, без спойлеров, группа, группа же, короче, группа подруг, короче, отправляется в поход по системе пещер. Где-то там в зажопе да. в своем. вот. Дальше начинаются проблемы. Понятно. Эти Просто эти дальше не надо. Сказать, дальше будут спойлеры. Спуск называется. Спуск. Просто напоминает другой The фильм. Напоминает другой фильм, как то он, И он, он, типа, Что-то похожее я как будто смотрел, но, видимо, не это. А, очень а... крутой. Да. И еще, кстати, еще одна претензия у меня была к Хелбою: Это то, что в сущности они рассказывают ту же самую историю которая была, собственно говоря, например, в первом Хеллбое да, есть Да, то есть в принципе это история про то, что вот вот есть такой, да, чувак, хеллбой, и он как бы непонятно, он между двух миров, да, он с одной стороны вроде бы демон, а с другой стороны вроде бы за людей. Вот и его как бы он вроде бы защищает но они его не понимают. А еще ему суждено начать конец света. Да? вот. И я всю эту историю уже, как бы, во-первых, во-первых, она есть у миньолы, да, в комиксах самих. Во-вторых, она ее рассказывали в первом фильме. И отчасти во втором, потому что там тоже есть такие эпизоды, когда ну, давай, там, типа, эти эльфы ему там, эльфы, ты ему говорят, типа, давай к нам. Вот, они же тебя не понимают, не ценят. Вот. И мне было бы интереснее, конечно, если бы мне все-таки какой-то новый сюжет изложили. Что-то реально, как бы, ну, свежее. Основанный на комиксах, как бы, пожалуйста, ради бога, нет проблем. Но Origin Story уже не нужна. Абсолютно. Вот не этому персонажу, тем более, что даже но фильмы... Ну, наверное, как... с Спайдерменом, в котором каждый раз там пытались... Вот заново... а сейчас перестали, и это правильно. И не только со Спайдерменом, понимаешь, типа там... Вообще, обрати внимание, это очень хороший, мне кажется, тренд. Сейчас совершенно по-другому стали работать с... даже с относительно как бы не такими известными персонажами комиксов, ну, в экранизации. Но То в есть того времени, когда... Да. Ах, вы жадные! Где же озвучка донатов? Вот, пожалуйста. Как? Каждый да. зачитываем. Да. да, сейчас обрати внимание, сейчас даже если фильм про какого героя, условно, первый, да, там «Чёрные пантеры», не знаю, там «Аквамен». Ну, вот, там невозможно не дать э, экспозиции, объяснить. Ее дают все равно, ее дают минимально, очень дозированно, очень аккуратно, так, чтобы фильм на самом деле не был... То есть тебе, тебе объясняют, как бы, что происходит, да, ты понимаешь в результате. У тебя нет с этим никаких проблем, вот. Но тебе не навязывают вот эту вот срань, которую ты как бы... Может быть, ты ее уже вообще знаешь, если ты как бы все это знаешь. Если, может быть, нет, и тебе хочется как бы, чтобы, ну, поскорее что-то началось уже. Ну, вот. логично. А вот здесь опять зачем-то зачем, -то, зачем -то снова отчасти Origin Story про хорошо известного, в принципе, людям персонажа, про которого даже фильм-то, собственно, прошлый, вышел не так давно. Слушай, ну почти 20 лет назад. Да ладно, 20. Ну сколько, в, в начале 2000-х, 90-х, или там, конец 90-х. Когда первый шоу-бой. Ну, посмотри. Шекунь. Кстати, ты поговорил про бабу говорю... Ты знал, что в оригинальной озвучке... Сталин и Гитлер сейчас да, я знаю. Она призывает не Сталина, а Гитлера. Да, я знаю. Нет, Стоп! Оригинально она призывает Сталина, а Сталина, у нас привели, как Гитлера, да. Да, там есть такой момент, что-то, когда упоминается. В 2014 году он ушел. В 2015 году, да. Нормально. Короче, да. В есть. Не 14-м. четвертом. Да, четвертом. Да, действительно, есть в Хеллбое такой момент, когда там баба ига, там кажется, то ли она, то ли в Хеллбой в разговоре с ней, он упоминает, что такой ля-ля-ля-ля, что там И он говорит Гитлер. Я причем смотрел в оригинале, и там очень смешно, потому что как бы ты, ну, ты видишь субтитры, да, там что-то, ля-ля-ля-ля, Гитлер. В это время как бы персонаж за кадром, ну, как бы, персонаж в кадре говорит что-то, ля-ля-ля, и когда он должен сказать Гитлер, он пип, там запикивают слово, да. Даже так? Да, да, и мы, короче, мы когда, мы сидели смотрели с женой, вот, и, и такие чуть покекали с этого, вот. А потом, я прочитал эту фигню, и я понял, почему. Потому что на самом деле в оригинале там есть Товсталин. И они в дубляже, они просто как бы передублировали, а в оригинале они запикали. Это такой вообще трэш. Я когда это услышался, я просто... Я... Это, это был лор выше гор. Это, я не знаю, у меня слова просто слов нет. Это такой... Это, это, ну, это... Пиздец, простите. <р đây> вот. Ah. Смотрит телефон, там у него чатик нет, я смотрю телефон, там я проверял, я на MDB смотрел дату э, выхода первого холбоя. Вот, да, короче, в общем, если вы еще не смотрели холбоя, то я бы не рекомендовал, особенно если вы любите как бы комиксы оригинальные или фильмы, которые раньше выходили или то и другое, вот не стоит, поверьте. Давай перейдем к Шазаму. К Шазаму, давайте перейдем к Шазаму. Тут у нас, кстати, Шазам это была одна из моих вообще самых ожидаемых премьер этого года. Да ладно. Да. Я, я правда до сих пор так на него и не сходил. Это рандомное, мне кажется, желание. Так почему? Ну, я видел трейлеры, и мне трейлеры прям дико заходили. Вот я прям вот мне казалось, что это будет такое доброе атмосферное, да, полуподростка. я понимал, что это будет не что-то суперсерьезное, ну вот иногда прям клево такое посмотреть, чтобы как бы получить некий заряд э, позитивных эмоций, скажем так. Ну, я вот ждал вот ради этого. Ну, в принципе, в принципе, оно так и есть, потому что, ну, Шазам это э, такое, это действительно это подростковое супергеройское кино. Э, мне кажется, что там, ну, целевая аудитория где-то, не знаю, лет ну, 14-15, условно говоря. Это не обязательно плохо, причем. Потому что мне, мне понравилось. Я с удовольствием посмотрел. Там, в частности, вот этот. Господи, я забыл уже фамилию актер, который играет, собственно говоря, самого шасанта, взрослую уже версию. Там, если вы не, как бы если вы не знаете сюжет, да, общий синопис такой, что э, живет, значит, мальчик где-то, по-моему, в Чикаго. Неважно. Короче, живет мальчик, да. Вот, ему там лет 14. Вот, он э, сирота, точнее, он, точнее он э, как бы усыновленный, да, вот почему, потому что когда-то он, значит, потерялся. Где-то там они гуляли с мамой, вот он потерялся и так и не нашелся. И вот он, значит, там до 14 лет э, мыкается по разным приемным семьям э, и нигде себе не находит, значит, места покоя, потому что вот его даже, может быть, и любят эти приемные семьи, но он вот ищет свою понимаете, маму. Не понимаю. Мама для мамонтенка. Да, вот. <clears throat> значит, э, и в процессе всей этой фигни он, неважно как, ему достается. Значит, суперспособность такая. Он при помощи волшебного слова, собственно, Шазам он может превращаться в здоровенного мужика, в здоровенного дядьку, да, с, который, насколько я понимаю, почти, практически все практически С огромными банками, вот, он умеет летать, значит, он неуязвим, фигает, фигарит молнией, да, он, его, его непробиваемый, в общем, ну, такой, да, ну, почти, почти супермен, вот там, полшашка, ну, полшашка, вот. И, собственно, дальше большая часть фильма она заключается в том, что вам показывают как бы процесс взросления такого экстренного взросления, да, подростка, который у которого в свалилась такая как бы история, он не знает, что с ней делать, он сначала как бы пытается, он пытается там например, заработать с помощью этих суперспособностей, да, он там выступает типа на площади где-то молниями такие, та представление устраивает, вот, но потом в конце концов понимает, во-первых, что значит с большой силой приходит большая ответственность, как мы знаем. Вот. А во-вторых, что не та мать, что родила, а та, что воспитала. Вот. <свят> я сейчас понял, знаете, И это, почему? короче, да, это сорян, я просто я к чему скажу. Это все очень классно написано, на самом деле. Вот. Там действительно, например, действительно смешные шутки, достаточно много их, вот, при том, что как бы это такой ну, подростковый фильм. Очень круто играет вот этот чувак, который играет взрослого Шизама. Действительно, вот ну ну веришь, что это как бы такой ребенок в теле взрослого. Вот, если вы ждете какого-то фантастического экшена, тогда, наверное, ну вы будете разочарованы, потому что, как раз этого там достаточно мало есть естественно, конечно, как без этого, вот, но мало, скорее ближе к концу, и он, ну так, ну, ну такой средненький, как мне показалось, а, вот, но в целом действительно, вот, в принципе, как ты сказал, это очень такое доброе, расслабушное кино, да. приятное, ты сидишь вообще как бы, почти, я ты, понял, почему я его, прикольно в, в том персонажи. числе ждал, потому что у меня тут же возникли, когда я увидел, э, я не то чтобы был большой знаток Шазама как персонажа до этого. Mm -hmm. Ну вот. вообще у нас как бы менее известный. А, и так. у меня сразу же возникли ассоциации со стареньким, <звук> но очень хорошим фильмом. Мне кажется, он называется "Большой" с Томом Хэнксом. Да, да, Когда Он да, при... да конечно, из маленького ребенка вдруг превратился через автомат, который выдает предсказания. Кажется, да, он да. превратился в здорового лба, в здорового дядька, собственно, в Тома Хэнкса. Да. И как бы это был подросток в большом теле, и, соответственно, как детские наивные какие-то ожидания от реальности сталкиваться со взрослым миром. Да, в принципе, как так бы... и есть. Вот то же самое, плюс, плюс э, суперспособ Это было очень обаятельно. Это была забавная, такая клевая, добрая комедия. Да. Я помню, что она вызывала у меня всегда очень теплые чувства. И как бы я вот, собственно, вот жду от Шазама. Пока что все еще жду, потому что я его вот так и не посмотрел. Давай, а сейчас примерно уже закончится. Ты будешь самого. потом в iTunes смотреть. Uh, да, на самом деле, как бы, я думаю, что не пожалею об этом, если я посмотрю в iTunes, то есть... Я Мстителей, судя... я Мстителей последних смотрел в iTunes, я у меня, тоже в принципе, как был бы, не да, проблем. И, и, судя по тому, что, опять же, что ты расскажешь, что здесь нет какого-то невероятного и большого экшена, соответственно, это, опять нет, же, да. лишний раз говорит о том, что вполне это можно посмотреть дома. Это фильм, скажем так, это фильм, который, который в меньшей степени из него состоит. То есть, это опять же, это, это не, не последние Мстители, да, это не Война бесконечности, которая целиком вообще одна большая экшн-сцена, вот. Нет. Поэтому, да, ну, не, нормально. Нормально. Это, в принципе, да, это можно посмотреть дома. Собственно, раз мы заговорили о Мстителях, так, может быть, о, господи. перейдем? А сейчас, на самом деле, ну да, нет, с одной стороны, знаешь, это странная история, потому что, с одной стороны, надо бы перейти, как бы, потому что Мстители, они скоро выходят, они 29 числа у нас. А с другой, ну, сейчас не о чем еще говорить, кроме как об ожиданиях, да, условно говоря. Так вот, ну, как раз можно в данном случае сейчас об ожиданиях и поговорить. Окей. Okay. Собственно, новые «Мстители» здесь, в этой программе, мы, нам можно все. И мы можем говорить не только о том, что вышло, но и о том, что еще только должно выйти, о том, что ждем мы или не ждем. Мы, в принципе, можем говорить даже о том, что не выйдет никогда. Но да, мы бы хотели, вполне. У нас фантазии. Вот. Собственно, «Мстители», завершающая глава, которые вот к которой у меня ровно отношение, как у тебя, с Игрой престолов. Mm -hmm. Я надеюсь, что оно уже наконец выйдет и как бы все это закончится. И я даже не уверен, что я хочу это смотреть, потому что меня настолько это все задолбало, и настолько, на мой взгляд, это все скатилось и стало плохо. А у тебя, я знаю, опять же, ровно противоположная точка зрения, но я считаю, что no. первая часть мстителей была самая клевая, mm -hmm. она была смешная, она была динамичная, она была интересная, а все, что выходило потом, вообще все скатывалось все хуже, 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 как бы стало совсем плохо. Да, нет, у меня как раз, да, совершенно верно, у меня диаметрально противоположное мнение, потому что мне как раз совершенно не понравилась первая часть вообще. Мне долгое время, на самом деле, мне «Мстители», в принципе, до совсем недавнего времени казались самой слабой частью киновселенной Марвел. Мне очень скучно было от них всегда скучнее мне было, наверное, только от экранизации Гражданки. Это вообще был трэш. Вот. Но как-то вот, ты знаешь, вот, вот почему-то, хотя вот здесь я вообще ничего не ждал, я даже так и не собрался в кино сходить на них. <связывая> вот. И в какой-то момент я просто такой, я, тоже... я просто такой типа, ну, 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 надо поставить, опять же, надо поставить галочку. Вот вся моя жизнь, судя по тому, что мы здесь рассказываем, да, об этом проставление галочек против воли. Вот надо поставить галочку, посмотреть, э, потому что все равно там дальше будут завязки в других фильмах Marvel, которые мы вот, смотрели. Поэтому я тоже вот. посмотрю, скорее всего. И, и как бы и я посмотрел дома на телевизоре, у меня, ну нормально, как бы телевизор не микроскопический, но это не байда во всю стену, да, такое. Вот э, как бы звук тоже там ну, бортовой такой, то есть такие супер-супер такие вот басяцкие условия, вот. Мне понравилось. Ты знаешь, мне вот тут впервые мне Мстители понравились. Наконец-то. Может быть, потому что ничего не ждал уже. Может быть, потому что даже наоборот ожидания были такие низкие. Может быть, потому что они перестали там как бы... Мне не очень... Мне всегда как бы не... Точнее, никогда особо не нравилась большая часть персонажей «Мстителях», понимаешь? Меня бесит Дико Тони Старк. Хотя, хотя... В Но среднем хотя в среднем, как бы по больнице, вот если так, да, по крайней мере, посмотреть, как бы люди в интернете пишут просто послушать разговоры, да, вот складывается такое впечатление, что старк, как бы, это такой. Ну, ну, в принципе, Движитель так старк, вообще Старк всего это локомотив. Этого. локомотив да, да, вот, да. Железный человек это локомотив всей этой истории, который ну, в каком-то смысле так и есть, потому что он когда-то вытянул, как бы всю киновселенную вселенную, все началось. Да. Вот. Но мне, как персонаж, он никогда не нравился. Вообще, он меня бесит. Вот. И поэтому, как бы, его очень, когда очень, его, его очень много, и он говорит еще. <свят> 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 ну, ну, это не, не, не мое. Вот. Там э, Халк, мне наоборот, всегда нравился, как бы Халк как персонаж. Изначально, изначально мне нравился Халк, еще до, до того, как, как бы, когда как MCU запустилась, да. Вот. Но в итоге и в комиксах, и, ну, и в фильмах из него сделают что-то очень странное, потому что мне всегда... Меня всегда в Халке привлекало то, что это как бы... Ну, это, ну, как бы известно, что это фактически доктор Джекил и мистер Хайд, да? Да. <пух> так вот. Видит. И, изначально, изначально же история Халка, она про то, что вот человек, когда... Человек... Про человека, который в любой момент... Может э, взорваться. своей воли, да, да, даже. Он может взорваться и просто потерять полностью над собой контроль. Вот. И это как бы, Для меня это был основной как бы, конфликт такой сюжетный. И да. меня вот это вот привлекало вот, отчасти. Может, быть, потому что мне это было близко, я не знаю. Вот, мне это казалось интересным, вот. А в итоге... А, и сам Халк, он был, как бы, таким вот относительно бессмысленным, как бы, существом, вот. А в итоге, там, да, появились вещи, там, из серии, как планета Халка, например. целый длинный-длинный ран длинный про... Короче, он, причем еще дико... Он еще очень-очень сильно содран с, это самое, с Дарксана. Есть такая вселенная в Аденде или была я уже не знаю сейчас она живая или нет. Вот был такой сеттинг, там очень много позаимствовано из Дарксана. Вот и там Халк он типа он фактически Спартак, раб революционер. Mm -hmm. Вот и он там становится прям государем под конец уже. Вот и я такой. Вот это как сейчас было. Вот. Ну то есть как бы несколько несколько при, притушили вот этот вот конфликт. В фильмах тоже это видно. И поэтому Халк, конечно, мне тоже не нравился. И вот так вот у меня к большинству персонажей у меня претензии. То есть там с, этот самый э, да, вам мне нравится. Но мне, ей очень мало, мне, ей почти не уделяется вообще ну, да, внимания. Да. Вот. Там этот самый я уже даже забыл, как Хокай, да. Да. Вот. Э, я его даже, даже, видите, не я, в даже видите, да, я даже имени его уже не помню. Вот. Э, как бы да, он тоже на ну, такое. Фактически, мне как ни странно, почему-то. Мне нравится только кэп из них из всех. Ох, мне кэп всегда бесил. А мне вот наоборот, почему-то он норм. Вот. Ну Но и в да, а безвражает. вот тут, короче, да, я к чему все это все вел? К чему, к чему вся длинная тирада запутанная была, к тому, что. Тор хорош. Особенно после третьего, тут уже да, вспомнишь, Рагнарёк Рагнарёк, «Рагнарёк», «Рагнарёк». это одно из лучших вообще замечательно, кино Замечательно, очень хороший Вот, да, особенно после третьей mm -hmm. части, я очень полюбил Тора, да. Фишка в том, что, короче, просто вот, когда ты смотришь фильм, где вот эти все персонажи, да, которые тебе, в принципе, неприятны, uh -huh. их много, и они много говорят между собой, как-то вообще пытаются шутить, а тебе неприятно, и ты такой, господи, ну нафига это нужно, вот. А «Война бесконечности», как я уже сказал, одна большая экшн-сцена, и там просто нет как бы места для этого, для всего. То есть там нет, не хватает времени на то, чтобы Тони Старк, да, там сел значит, перед камерой, вот, ухмыльнулся мерзко, вот, какую-нибудь шуточку свою там выдал очередную. И поэтому, не знаю, может быть, поэтому меня так не выбесило это все. Я такой, ну, нормальный кино. Вот, я поэтому, в принципе, я, я готов к эндгейму, все нормально. Вот, я с удовольствием посмотрю. Единственное, но, да, есть маленький нюанс, кстати, да, который мне уже заранее испортил впечатление. Фишка в чем? А, не знаю, в курсе его нет, просто тут произошла такая интересная история. Дисней а, непосредственно, то есть это как бы, судя по тому, что я знаю, Дисней а, зачем-то целенаправленно а, взял и выпилил в России все сеансы в оригинале да. а, новых мстителей, с которые вот, ну то есть я не знаю там в Москве по крайней мере было хотя бы несколько кинотеатров, сейчас есть как бы несколько кинотеатров, да, а в зачем? которых периодически, я не знаю в которых периодически, как бы. Ну, то есть можно прийти посмотреть какое-то свежее кинцо. Э, Знаешь, в чем самое задница? Что в iTunes когда выйдет по тоже не будет никакого оригинала. Так вот, да, можно посмотреть в подлиннике с русскими субтитрами. Вот, и как бы это э, такая лазейка для тех, кто как, как бы кто не хочет дубляжа, как я, да. Или, например, кстати, для экспатов, которых в Москве хватает. И поэтому, например, когда мы ходили там на кенсианце в пионере, да. Вот, э, не знаю, там на Черную Пантеру, на Муравья на Нового, на что mm -hmm. угодно вот Марвеловское. Всегда был полный зал. То есть, и ну, в кинотеатрах тоже как бы нормально собирался зал, аудитория собиралась нормально, тем более, я уверен, на такое кино. То есть народ пришел. То есть проблема явно не в том, что. Э, не, ходят. не в том, что не ходят. Да. В чем-то другом. В чем. Я не знаю. Единственная моя версия, как бы, э, что почему-то Дисней внезапно, именно сейчас, испугался пиратства, э, что кто-то сорвет экранку, хотя я слабо себе представлю человека, который будет смотреть экранку «Мстителей». Вот. Спой... Я вообще, Возможно, не, очень... Что спойлеры будут, Я вообще что... не очень понимаю, как бы кто смотрит. Сегодня году. Он... Но дело в том, что сегодня за, две... за две недели до релиза, за две недели до премьеры уже какой-то не помню, чувак откуда там из Турции, откуда кто-то короче взял и уже все слил. И это не из России, и это не сеансы с русскими субтитрами. Ты, 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 ты же видел сегодня бомбилы, что э, так как будет премьера на ММКФ, ну. э, и э, издание не аккредитует на показ что билеты закончились, сорян, там куча ДТФ, какие-то канобы, там и что, пролетает просто, как бы честно кстати, и очень переживают как раз товарищи из этих изданий, что ну теперь-то будут сливать, теперь-то сейчас вот да, мне кажется, они переживают из-за другого, мне кажется, они переживают из-за того, что а в смысле историю, или как бы пиратку уже слили? Я не помню точно, просто я видел предупреждение, что спойлеры постиг гуляют. Короче, в общем мне кажется, они беспокоятся, на самом деле, из-за другого. Мне кажется, их беспокоит, что им не дали кино бесплатно посмотреть. Вот. И это пахнет немножечко жлобством. А, и на то, что отменили пресс-показы, не сделали там каких-то традиционных пресс-показов, да, тут мне лично посрать. А, хотя, ну, как бы, ну я, ну, я не знаю. Они не очень нужны такому фильму. В сущности. Люди все равно пойдут посмотреть нового Мстителей». Но вот, тут Disney, вот тут Дисней, вот тут Дисней вообще это очевидно, похеру, да. им просто вот по барабану не расскажут про них, не расскажут там типа в день премьеры, после премьеры. Тут это я думаю, что больше для того, чтобы из разряда не забыли, что она вообще есть, то есть когда она тебя не забудут. из каждого утюга не забудут. сыпятся рецензии, какие-то упоминания, что-то чего-то. То автоматом человек такой: а, ну да, эти, не, просто, не, я, я тебе от... а, отвечаю. Мститель же, надо в кино сходить. Я тебе отвечаю, я и так не забудут. Ну, как бы, ну, то есть, я это вижу только исключительно вот в, в таком ключе в таком ракурсе, потому что иначе действительно, поблизости уже у кино такое, что ну, ему просто по большому счету не нужно ни Тут, кстати обдор, ничего. Олег, Олег Гололобов выдает интересную версию: поговаривают, что причина в том, что там будет что-то антироссийская, возможно, связанная с зимним солдатом и вдовой. Но то есть ты мы опять возвращаемся, -за разряда, как Сталина, возвращаемся запикаем, опять Дакстаг, к запиканному до Сталину в Хеллбое, да. Ну если так, то это еще один извините пиздец. Я, Но... я даже комментировать это не буду, это какой-то кошмар. Но я... Я, это надеюсь, я надеюсь, что там мне... Я надеюсь, что все-таки мне я в любом случае обижен, вот, потому что я хочу посмотреть в подлинке, вот. Но если по этой причине, то это будет просто в пять раз обиднее. Это, что это что феерия это... глупости какой-то совершенно Так, ну да. что, а давай перейдем. Можно дальше? про кладбище домашних животных, кстати, мы пропустили немножко, я тоже посмотрел. А, ну давай, давай, давай. Пару слов. Кладбище, да, буквально пару слов можно. По Кладбище домашних животных а я сходил, посмотрел. А а очень странное ощущение от фильма, потому что, например, вторая половина мне кажется сделана лучше, чем в прошлой экранизации. в оригинале уже... экранизации. Ну назовем это так, чтобы не путаться. Оригинал эта книжка. Я понимаю. чтобы не путаться. Хорошо, хорошо, чтобы не путаться, мы я я я знаю. Условимся. Да, условимся. Я я подчеркиваю, что это неправильно формально. Я не спорю с этим, как бы. Я исключительно, чтобы не путаться. Да, хорошо, хорошо, будем Мы будем называть первую экранизацию кладбища домашних животных оригиналом. Ну вот, мне кажется, что еще я быстро маленькая ремарка, что почему еще в целом это отчасти можно назвать оригиналом, потому что там в Оригинальной экранизации В первой активное участие принимал сам Кинг. Ну, окей, а хорошо. здесь, как бы, он не имеет никакого, по большому счету, отношения к этой ну, экранизации. Да. Поэтому это ну, вот, можно назвать оригинал. Короче, да. Короче, вторая половина, мне кажется, сделана лучше, чем в оригинале. То есть мне понравилось сильнее. Есть вообще некоторые элементы, которые проработаны лучше. Я не могу, к сожалению, не буду рассказывать, какие. Как что именно имею в виду? Потому что это спойлеры, увы. То есть это реально это будут сюжетные спойлеры. А, вот. Но в целом мне кажется, что все равно очень-очень слабый фильм. Очень, как бы. Там есть еще, блин, знаешь, вот его главного, вот этого самого дядька, который играет этого отца семейства. Я не помню, как его зовут, вот этого актера. Но почему-то всякий раз, как я, короче, вот фильм на фильм с ним попадаю, это обязательно какая-нибудь херня. В прошлый раз это был фильм, я не помню, как он назывался, по-моему, «Эверест». Выходил тоже года 3-4 назад. Но Верест был не, не такой уж плохой. Мне просто я блевал дальше, чем видел. Ну, вот. знаю. Мне я кажется, не могу дико... сказать, что это шедевр, безусловно, мне кажется, нет. Дико, совершенно не раскрытый, но... Я, персонаж, кстати, его тоже. История. Возможно, дело в том, что я тоже смотрел дома. И, может быть, поэтому. Ну да. <laughs> вот, я посмотрел его не в кино, я посмотрел его дома. И как-то, ну и вполне мне показалось, Говорят, кстати, кладбище вполне плохо. Девчонка отлично справилась с ролью. Да, то, что она справилась, я согласен. Мне, опять же, вот это мне понравилось больше, чем в э, оригинале. Э, но. Я не знаю, это, ну то есть, как бы, знаете, вот есть, есть э, хорроры, которые мне прям вот нравятся, там вот условно, там Пубадук, оно. Вот, вот. Я это слышал... это, это, это вот, вообще не, даже не близко. Это не дотягивает очень сильно. Я это слышал. Так, ну, очень мнение, проходной что фильм. Поломали мотивационные какие-то части, нет, сценарные. Нет. И то, что было в оригинале, как бы оправдано, здесь как бы это типа не работает просто потому, что это вы Нет, если бы Отношения как раз главы семейства, там с дедом, с этим, нет. там еще какие-то вещи. Нет, что... ничего не поломали. Там я тебе больше скажу. Ну, это, может быть, чуть-чуть просто где-то чуть-чуть срезали. Вот, ну дорогу, чтобы ну каратин немножко, чтобы там освободить место для, для хронометража для других вещей. Но в некоторых местах, например, мне вообще показалась мотивация, наоборот, лучше раскрытой. Например, в том, что касается в том, что касается мамы их. Почему у нее такая реакция, вообще, на разговоры о смерти? То есть. Ретроспективно, я такой уже, ну да, типа, ну в принципе, если подумать, то, то в, ну, в, в прошлом фильме там тоже, как бы, наверное, да, наверное, понятно. Но здесь вот здесь понятнее. Здесь здесь а, четче это проговорено, Причем не то, что тебе прям прямым текстом насыпают, да, ну там, ну, ну ты такой, а, ну да, ну в принципе, да, логично. Окей. Okay. Okay. Да, оно, конечно, не дотягивает. Нет, это до оно не дотягивает. У вас не получилась шутка. Так, ну что, дальше перейдем, или ты еще что-то хочешь сказать? Да, наверное, я думаю, нет, я только целом... хочу сказать, что да, что вы, если вы все-таки пойдете, смотреть, ничего особенного не ждите. А ну, короче, это по это большому счету, насколько я понимаю, в любом. Старомодный такой очень Проходной хор. Проходной, да. Проходной. К сожалению, распространенное явление. Ну что ж, переходим к сериальчикам. Пора поговорить, как бы о игре престолов уже немножко поговорили. Давайте перейдем и к другим. А, так, например, мы вообще никак не обсуждали отличный сериал, который вышел буквально вот недавно на Netflix под названием "Love, Death and Plus «Robots». Вот ты сейчас у тебя было одно лишнее, лишнее слово вот в этом в этой радио, в этой реплике. Love, Death нет плюс нет, у тебя слово отличный лишнее. Великолепный нет. Ты что, это так круто. и я встану и вытащу. Ну, давайте, да. давайте, давайте, давай, расскажи сначала <как> ну, ты, потом я. Слушай, ну давайте так. А, окей, так как все-таки это антология некая, угу. изборник из, если мне не изменяет память, 18, кажется, маленьких историй. Я не помню, сколько. Но там серии, по-моему, если говорю, если ничего не путаю, то их 18. Окей. Безусловно, не все они одинаково хороши. И есть такие, которые не очень. Есть, которые очень-очень, очень, но есть э, просто жемчужины и такие маленькие бриллиантики. По крайней мере, э, это относится к тому, что касается самой анимации. Анимация здесь просто прорывная. С этим я не буду спорить. Э, это просто какой-то космос. И иногда отваливается челюсть, и ты не понимаешь, а что так вообще... А так можно было? Так... так Настолько реалистично и настолько круто, особенно это, кажется, вторая или третья серия, где а, идет а, цикл про китаяночку и убийцу. Я понял очень. А, там местами настолько реалистично сделана анимация и движение все, и а, как будто бы это не рисованная история, а с live action снятая. Как бы иногда ты такой задумываешься, как, вот, точно я ничего не путаю? Вот. С анимационной точки зрения оно все просто прекрасно. Mm -hmm. а, хотя, опять же, наши... я могу быть, конечно, может быть, где-то место немного предвзят, но наш мульт оказался и на какой одним... там наш? А, про а, такое роуд-муви, когда гонится за фурой. А, я не смотрел до этого еще. Okay. Вот. А, и он мне показался на ну, одним из самых слабых, если честно. Вот. Он и по и сценарно какой-то, как бы он просто ни о чем глобально. И нарисован, ну, не настолько крутая анимация, как на самом деле круто, но по сравнению с остальными участниками этой антологии это слабее. Вот. А некоторые есть, и сюжетно ну, просто очень круто, вторая как раз серия про путешествия роботов. Блин, ну она, она хорошая. она же охренительная она хорошая там и шутки отличные и как бы и но все прекрасное и... и котик который должен взорваться была у них игра exploding kittens как бы... ну, не просто же так она но, даже кстати, у, меня, у меня по любому взрывается у меня даже есть эта игра кстати да, да я карточная я... игра очень прикольная я в нее неоднократно играл mm -hmm. она она клевая да. а, у нее есть уже вторая даже версия oh. я не знаю. делали также на по-моему, собирали на новое издание. Mm -hmm. Вот и это смешно. Что будет, когда он закончит торчать? Хм, наверное, он взорвется. Вот и там были еще клевые, такие же клевые. Действительно, не все они охренительные, что-то хуже, что-то лучше, но там достаточно того, чтобы прямо было очень и очень и -очень, очень хорошо. Все, да. Перебрасываем. Алверды. Короче, я сразу, значит, я сначала соглашусь сразу с соглашусь с тем, что там очень крутой арт, очень крутая анимация. С этим я не собираюсь спорить, потому что как бы вот к людям, которые рисовали все это, у меня вопросов нет никаких вообще. Ну по крайней мере то, что я видел. Опять же, я на всякий случай. Я, я бы даже сказал, что это прям прорыв. Я посмотрел, прям прорыв. Я посмотрел, посмотрел еще не целиком. Вот, я не помню, несколько серий, вот. А Скажешь, <сёк> что серия с йогуртом ништяк. Да, сейчас охренеть. Серии так серии. вот, так вот, короче говоря. И поэтому, да, художественно это великолепно. Это очень круто сделано. Но сценарий... Вот со всем остальным проблемы. Потому что, как бы, опять же, да, еще раз, да, тут уже начали. Действительно, опять же, да, очень хорошая, мне очень понравилась серия про роботов. Ну, действительно смешная, ну такая забавная. Мне очень понравилась серия про йогурт. Опять же, да, вы просто прям, не знаю, читаете мысли. Да, эм, очень крутая, прям э, очень. Вот все остальное из того, что я видел, пока, ну так. Э, потому а что. Сколько это, Я так понял, что ты, судя по всему, не все посмотрел. Нет, по нет, я же сказал, что не все. Я не помню, где-то половину мне кажется. Угу. 6 нет, или 7, не серий. 7, не нет, так фак... вот. Это действительно так, так там вот. не все хорошее. Так вот. Нет. С моей точки зрения, там как бы меньше гораздо хорошего-то. Вот чисто Потому что, понимаешь, все остальное, вот все остальное, что я увидел, помимо вот этих. А вот, про ферму. Вот этих вот двух. Блин, хорошо, ладно. Да, точно. СЮЦ еще тоже не Слушай, ну мы сейчас начинаем перечитать и сейчас, оказывается, почистим. Но все остальное! Блять! Вот ты ничего не сказал, собственно, про ту же китаянку и зацикленность. Плохо? Плохо, я тебе вот скажу, чем. Оно не, не очень новое, согласен. Это не как плохо, бы самый свежий сюжет. Что я тебе сейчас я скажу, что мне не понравилось, как бы в, в остальных: мне не понравилось в том, что, как бы люди, которые делали все это, писали сценарий, да, они э, совершили классическую очень распространенную ошибку. Эм, и поставили знак равенства между. Э, скажем так контентом для взрослых, да, и сиськами-письками. Я недавно, кстати говоря, Сога, так совпало... Тут так совпало, так совпало, что я как раз, ну, незадолго до того, как посмотрел ЛДР, я где-то в Твиттере наткнулся на... просто такой, я не помню даже у кого вообще, просто какой-то рандомный чувак в ленте, как это бывает с Твиттером. <связывая> <связывая> и он как раз ну, У меня самого, у меня самого были такие ощущения Вот он как раз там несколько более подробно Высказался на эту тему И у него он сказал такую вещь Которую мне вот я, я прям тоже я готов подписаться под ней Что на самом деле По-настоящему взрослые темы Важные Интересные Гораздо лучше раскрываются Почему-то в, в детских в анимационных сериалах то есть, там, например, э -э -э Adventure Time, например. Mm. Вот, там, вселенная Стивена. My Little Pony, на минуточку. <св> вот, знаешь, тут можно ржать, но это правда. Я тебе говорю, как человек, который посмотрел, кажется, 7 сезонов My Little Pony. Вот. А -а -а Короче говоря, да, проблема как раз в том, что когда люди делают э, анимацию для, для взрослых, да, то почему-то у них что-то вот замыкает в мозгах, и им кажется, что это обязательно, значит, это обязательно... Э, должно быть, Это должно быть дико кровавое, это должно быть обязательно, как я и сказал, с сиськами-письками, э, обязательно с э, какой-то жестокостью ради жестокости, да, с матом диким. Вот это вот взрослое! Нет! — Согласен, вот. с другой согласен. — С другой стороны, тут есть как бы... — Не могу не, Да, не ну не не, не, не с другой стороны, короче, просто... И вот, вот этого, вот этого как раз очень там много. — Я, и короче, понял. — проблема в том, что, опять же... — С первой же... серии это начинается, и мне тоже это покоробило в первой да. же серии. — первая У тебя, серия... видимо, это ощущение осталось и дальше, Подождите. у меня оно немножечко спало. — Первая серия. Вот это вот как раз с, с, с зацикленностью, зацикленным временем, короче, там тоже это есть, короче, что она работает стриптизершей, и там целый, целый эпизод, как она пляшет перед камерой. Вот тут вспоминают, короче говоря, про галлюцинации в космосе. Это, видимо, Beyond the Aquila Rift. Это вообще, я срать ебал, извините. Это просто сиськи-письки ради сисек-писек. Это, вот это, я просто, вот я просто блевал с этой серией. Вот. Но а... надо сказать, что про китаянку, мне кажется, что там даже этот стриптиз был более обусловлен, чем вот во всех остальных сериях. Ну там хотя бы было что-то еще. Скажем, там, во-первых, да. было что-то еще, и как бы э, тут этот стриптиз, как бы он был крут тем, что не самим стриптизом, а тем, что дальше она бежит, как бы, вся вот эта вот, простите, сверкает тем, а условно всем пофиг, никто не обращает внимания, и как бы, ну, вот такая, как бы, немножечко замороженная. Не знаю. Вот первая, как раз спрашивают, а какая, типа, здесь не очень? Первая серия абсолютно проходная не да. очень. И вот это как раз там началась эта обнаженка, сиськи, и, и ты тоже сидишь такой... Просто зачем Прессия? Важный... Я же не 15-летний губертанный важный... да, подросток, да, Которому обязательно нужно да, посмотреть на сиськи. Да, важная деталь. Ну, то есть, важная я захочу деталь. посмотреть на сиськи, я посмотрю, поверьте. Важная деталь. Важная деталь. Ни я, ни, я думаю, Кирилл, мы не пуритане ни в коем случае. Нет, да? нет абсолютно. Нет. То есть у нас нет такого, что. О, нет, это нет. иногда бывает очень к месту и очень нужно. И иногда даже бы ты думаешь, блин, вот какого черта здесь а, не сделали короче, как бы так, когда было бы в целом. Короче, О, мы, как бы, да, мы, 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 естественно, мы. мы Понимаешь, что, как бы, если есть жопа, то должно быть слово, да. Вот. Но. Есть просто, знаете, есть вот такие вот... Бывает такой контент, где ты видишь, что это просто вот... Ну, ну вот это... Оно, оно, оно само ради себя. Да, да. И это реально, вот это вот, под, под как бы замаскированное под взрослый мультфильм, на самом деле ориентировано на, как ты совершенно правильно сказал, ориентировано на подростков. То есть там стоит 18+, ну как бы ну скорее тебе будет от тем чем чем ты младше тем тебе будет от этого круче прикольнее, веселее да. Да, да прикольнее вот а к, во... этот... к вопросу о еще проходных сериях вот первая проходная проходная абсолютно мне показалась меня немножечко подбесила это пародия на гравитацию это как... где «Мадемуазель в космосе не забыл. В Решили скафандре выходит в открытый космос и ее уносит. А, опять же, нет, видимо. А, я ты еще... не видел, видимо. Все. Я еще слышал какую-то историю, что всем в разном порядке показывают. <связь> Да, вроде нет. У тебя Всё. первая, какая была про бои гладиаторские, да, с монстрами. Да, да, нет, это да. хотя бы тут мы с тобой. Нет, думать. нет, там, там четкий же порядок он по порядку крутится. Вот, она, как бы такая, меня взбесила. Плюс меня взбесило, что вот в некоторых, в том числе вот в этой, как мне показалось, вот это вот абсолютно нарочитое впихивание какого-то вот феминизма, что у нас обязательно будет сильная женщина. Ну, я, может быть, тут придираясь и это выдумываю сам себе. Знаешь, что я тебе но у меня вот есть четкое было вот ощущение, когда я это смотрел. И у меня началось в том числе от этого отторжения. Потому знаешь, что когда мне насильно пытается что-то. Знаешь, знаешь, в чем кек? Кек в том, что у меня, например, к некоторым сериям практически диаметрально противоположные претензии, потому что они замаскированы под феминизм. Например, серия про это про оборотни. Так про оборотни, и кстати говоря, первое. Там все построено на том, что, как бы, знаешь, называется там и там, Empowerment через изнасилование. Это, то есть, это, как бы и тебе как бы показывают, и, как бы формальный такой такой. Вот да, это я, сильный я, женский персонаж такой. Но чтобы она стала сильной, нужно было, чтобы ее вы были против ее воли. И еще, как, еще, скорее убили, всего, скорее всего, практически убили, да. да. И такой, вы ебанутые. Ну, короче, да, вот про этих самых, про оборотней тоже хрень, финальная серия, ну, такое себе, как бы, то есть она визуально она клевая. а ну, визуально практически меня, она мне напомнила Battlefield чем-то, а, вот, а, первый, ну, или второй, там они одинаково, okay. вот, а, а, ну, как бы, вот, с тем, что происходит фактически на экране, ну, окей. Okay. Вот, но есть некоторые серии, которые просто, не знаю, на мой взгляд, бомбические, охренительные. Да, есть. Но, к сожалению, пока вот у меня таких было меньшинство. И, ну, хз. Хз. Посмотрим. Время покажет. Может быть, досмотрю. Вот. Ну и опять же, да, отличный арт. Прекрасный арт. Великолепная анимация. Аниматор молодцы. Так. Переходим дальше. Дальше у нас начинается по большому счету гадание на кофейной гуще, потому что у нас, ну я себе выписал несколько сериалов, которые либо еще не вышли и должны вот-вот выйти, либо которые вышли, но там из разряда по одной серии, и мы часть из них не видели. Вот, ну, вот например, «Сумеречная, зона, сумеречная вышла, зона. Вышла три серии. Я видел одну, мне первые не понравились. Я понравилась. не видел пока еще ни одной, но тут на самом деле можно, например, вспомнить, что вообще-то... Сумеречная зона — это вообще культовая штука. Mm -hmm. а, и а, многие просто, например, могут об этом не знать. No, не мне, смотреть, кажется, мне, когда... мне, это, мне казалось бы uh... странно... Нет, не смотреть, не смотреть, понимаю не знать, это было бы странно, мне кажется, в 2019 году. Ну, я бы вообще Мы как не бы в, в, супер, в супер, короче, соединенном мире с интернетом, со всеми делами, с социальными сетями. Ну, тем я не думаю, менее. Ну, неважно, да. Но я ну, думаю, слушай, мы в знаю. супер мире, соединенном с интернетом, со всеми сетями и прочим, но я вот почти убежден, что моя жена, например, не знает про сериал «Сумеречная зона». Я почти... Я, может быть, я ошибаюсь, я не разговаривал с ней на эту тему, но что-то мне подсказывает, что не знает она этого сериала. Так вот, я помню, что я у я этим сериалом. А, Причем я помню, что как-то параллельно, плюс-минус, в одно время. А ты каким, кстати, Его же, уже один раз перезагружали? А, я, скорее всего, именно более поздней а, версии. Не черно-белый. Нет, не черно-белый. Ну, да, параллельно вместе с ним вот как раз а, про черно белый что параллельно вместе с ним я помню, что это было абсолютно одно время. И там чуть ли не на одном канале там по очереди показывали. А, я смотрел а, эти крашки а, Хичкока. Вот они были черно-белые. Короткометражки? Какие короткометражки? У него же целая куча была, как раз там что-то, по-моему, входило частично в эту самую сумеречную зону, а что-то у него были, по-моему, отдельные же. Прям коротенькие вот такие же истории. Ну там из разряда с зажигалкой. Сюжет, который потом лег в основу одного из эпизодов Четыре комнаты. комнаты». Да, а. это вообще на самом деле это оригинальный, а Хичкоковский сюжет ну, кстати, не есть, а, он экранизирован угу. а как раз о том, что давай, это, давай поспорим, что твоя зажигалка не зажжется 10 раз. Нет, я говорю, подряд. что она у меня очень ну, да. подряд она зажжется. И если этого там, не случится, я отрублю тебе палец. Угу. Как бы это оригинальный то есть его сделали из этого комедию. А она... Я это смотрел как бы, и у Хичкока вот были как раз э, вот такие короткометражки, их был целый, то есть, тоже как сериал. Я помню, что я засмотрелся. Плюс, когда я почему-то вспоминаю о «Сумеречной зоне», у меня автоматом в голове всплывают байки Склепа. Я не знаю, почему. Ну, потому что я, нет, я, кстати, понимаю, почему. Потому что, как бы, они концептуально схожи. Это, как бы, опять же, там есть это сериал-антология, здесь рассказчик, сериал да, есть да. рассказчик mm. и все это, как бы, э, ну, как, как, как правило, бы... это триллеры, хорроры, да, научная да. фантастика там. Ну, вот. И в целом да. я помню, что в, де... в детстве я даже, на самом деле, не знаю, что мне нравилось больше. Подозреваешь, наверное, байки Склепа. Ну, потому что там все сделано для того, чтобы э, чуваку помладше было максимально Клёво, Я из байка хлеба, помню, кстати, только одну серию, где близняшки Джо Пеша распилили, потому что он... yeah, во-первых, была yeah. довольно клевая полнометражка про кровь Христову с этим с Эдди Зейном он там то ли дьявол то ли демон какой-то Hell Knight. да 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 как-то так называется вот и на самом деле там по-моему даже было несколько полнометражек если не читать возможно тут я уже был сериал и говорит там были все составляющие для того чтобы подросток визжал от восторга я по крайней мере визжал вот хотя конечно сейчас оглядываюсь я понимаю что ну наверное все-таки «Сумеречная зона тогдашняя, по крайней мере, была посильнее, как бы поинтереснее и знакомила вообще Мне кажется, с они научной фантастикой. Мне в том, кажется, они людей. на самом деле просто еще разные в сущности. Ну что нет, он... они безусловно разные, как бы у них и тон повествования разный, потому и что... как бы атмосфера совершенно другая. сумечная зона да, уже это да, всегда да. было что-то такое. Байки из склепа» — это как бы такая, знаешь, это такой этот так... комедийный, трошечковый... это он... даже не то что комедийный, он просто такой, знаешь, он такой хоррор с фигой в кармане, с иронией, с какой-то с сарказмом. Ну да, он не столько страшный, сколько как бы вот действительно даже местами забавный. Uh -huh. вот, то «Сумечная зона» это местами было действительно крипово и стремновато. Спрашиваю, смотрели мы оригинальную «Сумечную зону»? Я смотрел. Ну, не всю, но да. Ну, кстати, Я, сейчас еще uh -huh. я видел серии, но да. не, я прямо так целенаправленно я не смотрел. Ну да, так вот, да, и мы просто дело в том, что к чему это все? К тому, что сейчас как раз буквально там 1 апреля да. Да. началась, началась уже, первый... по-моему, вторая перезагрузка, про которую все думают почему-то, что, я, что я, я снимаю «Джордан Пилл», Пил, на самом деле это не так. Он не, не снимал, он даже не продюсер. Он просто как раз вот он рассказчик исключительно. Он там только снимается как рассказчик. То есть он читает вступительный текст и как бы аутро, и все. На этом его роль заканчивается. Вот. Ну да, я посмотрел, я посмотрел первую серию. Я понял, тебе не понравилось? Да, и, честно говоря, мне показалось очень слабой, потому что, вот, например, знаешь, есть, такое, есть такая штука. Там вся как бы первая серия, она про э, стендап-комиков. Nah ну, там главный герой, он так. стендапер, вот. Э, вокруг там все окружение практически стендаперы, вот. И вся серия посвящена 40 минут, или сколько там она идет, или часто смотришь серию э, про посвященную в, в том числе стендап-комедии, да, и там нет ни одной смешной шутки. Ни одной. Mm -hmm. У меня есть Предположение возможно, у меня онлайн? нет, так, нет, они реально, там... нет, это не смешно. У меня есть предположение легкое, что возможно это отчасти специальность, а там можно так вот под таким углом посмотреть, как бы, угу. вот э, так трактовать, что возможно это специально. Угу. Вот, э, если если вы уже видели, может быть вы поймете, почему я имею в виду. Ну, опять, чтобы если нет, я не буду на всякий случай спойлерить. Вот, как бы но тем не менее как бы ты такой и ты когда ты видишь выступление как бы его а там как бы ну периодически выступает на сцене и такой и начинает проходить такой Блин, тебе просто неудобно как бы за чувака. Испанский стыд. Испанский стыд, да, вот именно. А, я надеюсь, что дальше будет лучше. Кстати, надо наконец посмотреть вторую и третью. вторую. Ну, да, по, по одной серии, учитывая, что это антология, и каждый раз это законченная история, да, да. неправильно есть, судить. Есть, есть надежда, да. И я надеюсь, что все будет хорошо, потому что, опять же, да, вообще, вообще это очень интересное но, и важное явление. Но надо сказать, что неудачный выбор с самого начала... Это не лучшая штука, которая может быть. Когда тебя с первой же серии отталкивает сериал, у тебя ну, автоматом закрадывается подозрение, что дальше может быть так же. И поэтому я, кстати, вот на самом деле не очень понимаю, чем оправдан выбор в Vales плюс Robots как раз вот этой первой серии про бои. Мне, кажется, спр... мне кажется, она ну, явно не стоит того, чтобы озаглавливать весь сериал. Мне кажется, это знаешь, нет, нет. наименьший общий знаменатель. Вот и все. Ну просто вот по большому счету, посмотрев ее, у меня на начали действительно заграду сомнения, что типа, а вот дальше все вот будет вот вот так, ну как-то ну такое себе. Говорят, что сумеречная зона слишком старомодна, надолго ее не хватит. Мне кажется, это сомнительное заявление? Это а абсолютно сомнительное за заявление, потому что фактически сумеречная зона это про э триллер про такой может быть чуть-чуть прям совсем чуть-чуть напыление такое хоррор и про фантастику да, вот и как бы старомодного в глобальном фантастике триллеры и хорроре нет ничего хотя опять же кстати говоря если вам если вам интересно вообще эта вся эта штука и вам кажется сумеречная зона то есть если вы хотите какую-то условно около сайфай да антологию около sci-fi, около антологию посмотреть, да, и вам кажется, Сумеречная зона слишком старомодной, то я от себя могу, кстати, посоветовать, попробуйте другой сет, который как раз снимал Джордан Пилл, он относительно новый, он еще, кажется, в марте вышел, называется Weird City, он на ютубе есть, ну, на платном ютубе, вот, ну, найдете. Он как раз не старомодный, вот, и он действительно очень weird, вот. ну мне пока нравится. Я там потихоньку а -а -а. Спрашивают, про третий сезон детектива уже говорили. Нет, не будем. Нет, и не хочется, потому что это очень плохо. Я не смотрел. Не смотрел? Нет, не я надо. смотрел, я посмотрел, смотри, я посмотрел первый когда-то, соответственно, с большим удовольствием. Я начал смотреть второй, бросил. Где-то со второй серии. И третий я пока даже не начинал. Это очень плохо. Там а, ты прям четко. Видишь, что создатели сериала очень хотели включить Фукунагу. <свист> прямо очень хотели сделать как он, но у них катастрофически это не получается. <свист> просто прям это просто тягомотина, плохо написанная, плохо поставленная. Единственное, что есть такой глоток свежего воздуха в этом сезоне. В нем <связывается> действительно отлично играют два главных героя. Актеры. Вот он, Шалали, он вообще хороший. Да, они играют э, просто э, офигенистически, <связывается> потому что они играют как бы сами себя, ну, в смысле своих персонажей в различных временных отрезках. То есть условно молодой, среднего возраста и старики, причем такие почти глубокие старики. Ну, Это почти а, первый сезон. Ну там тоже, как бы было но... два, там было в прошлом и в настоящем. Да, но там не, не так сильно была заметна разница в персонаже. В персонажах в их возрастах. Там фактически, кроме прически о Макконахе, ничего не, не менялось, там, по-моему. Ну, морщин еще нет. Ну, такое быть. себе. То есть здесь а, ми, персонажи меняются очень сильно, и визуально, и. А, как бы подачи своей поведением, и а, как они играют стариков, это просто потрясающе, потому что, ну, я сначала как бы был уверен, что это два разных актера, потому что что-то действительно какой-то старый пень, а как бы... Mm -hmm. молод... Но нет, потом ты, ты осознаешь, что как бы это один человек, вот он как бы играет старую версию себя, и играет это просто ошламительно, ну, это действительно очень круто. Из всех... А вот так на скидку, что я вспоминаю, актеров, которые когда-либо играли вообще стариков, это, наверное, самый вот лучший вариант, потому что, ну, вот, это просто неотличимо от старого человека, начнем с этого. То есть ты как бы веришь на 200% там потрясающий мейкап, грим какой-то просто запредельный. И, Но это не просто, кстати. Это очень непросто. Потому что обычно всегда это заметно, и как бы, ну, как минимум что-то выдает, что-то выбивается. Смотрел Прометея, да? А, да, конечно. Ты помнишь это этот вот ужасный. Это, это фиаско? Нет, это в целом ужасно. Ты помнишь, это фиаско, короче, тоже сразу с прим... да, да, да ужасно, это ужасно, ужасно. Непонятно, ужасно. причем. Совершенно непонятно, почему нельзя что, было что такое? просто ты... взять возрастного актера. Так зачем-то вот. нужно вот. было загримировать ну, молодого здесь, чувака. Здесь вот, не взяли и видового. попали в точку. Вот, вот что есть, то есть. Играют, да, короче, нет. прямо охренительно. Беда в том, что эта игра не спасает. Им нечего играть. То есть они очень стараются, у них тут вопросов нет. Но все, что окружает, это полная хрень. Вот, как бы, и, Беда. и сюжет Бывает, ни о да. чем. И все. Это такое вытягивание. То есть вот тебе прям вот жилы из тебя тянут, и, про... и время тянут, и ничего не происходит. Все это так натужно, как-то вот так все не хочу больше ничего об этом Ну, говорить. кстати, ты, я, ты, так я сказал, очень что они пытаются, пытаются типа изобразить Фукунагу, но Фукунага это тоже не панацея. Просто я тут недавно как раз э, обнаружил... Нет, просто у него один из любимых приемов делать вот такой да, немножечко спокойное, спокойный, я, просто, тягучий, я атмосферный. недавно, что Фукунага, например, автор, автор э, фильма такого, не знаю, смотрел, нет, «Безродные звери». Нет, не смотри, нет, я не спорю, что не у смотрел, него все очень, гениально. очень херовое кино, очень плохое. Не, не буду. Вообще. Вот. Но просто у него есть особенность. Она даже Дрис, не раз проявлялась. Там даже Идрис не спасает Она не раз у него проявлялась, и вот и в первом сезоне детектива, и вот mm -hmm. недавно в Мэньк. Да. Не, да, маньяк хороший. У него что-то было. И они всех, и все, и всех их отличают, от этого черта, что они такие немножечко нарочиты, медленные. Чтобы вот ощущалась, вот эта такая плавность. Но эта плавность, она тебя обволакивает и, наоборот, заставляет погружаться в это все. И она тебе лишний раз атмосфера дает. Она лишний раз тебе что-то дополнительно рассказывает, объясняет. То, у, здесь у товарищей, к сожалению, ничего за этим не скрывается. Говорят, третий сезон, хуже даже второго, да, как по да. мне, визуально, очень хорошо снято, но вся атмосфера. Да. Слета да? в трубу. Абсолютно. вишенка на торте, что в концовке открытым текстом пропаганда семьи и натализма. Плодячки по нашему. Да, <с ну то есть, это сомнительная какая-то штука. А вот все, что до этого написано абсолютно так, это хуже второго. Абсолютно точно говорю. единственное, что есть это игра актеров. Но просто игра ради игры, когда тебе нечего сказать условно, то это не превращается в хрень. Ну, кстати, пропаганда семьи натальизма это тоже, опять же, знаешь, можно ржать, можно кекать но это на самом деле это серьезная проблема. Но это давай это это дискуссия, это дискуссия для другого какого-нибудь канала, стрима и как бы прочего. Я я именно об этом, что ну зачем сейчас об этом. Новый сезон Twin Пиксы не собирается снимать? хрен знает. Вот, так, ну что. В целом, тут у меня еще тут осталось... Влад, Влад Цепиш два интересных сообщения прислал. Доктор кто? Сериал. Окей. Страничка Википедии. Минутка Википедии. У меня, собственно, тут отмечены еще пару сериалов. Это сериалы с названием Акт, с названием Уловка 22 и с названием Американ Гадс". Американские боги. Ну, кстати, вот смотри, вот если уловка 22, я представляю, что это такое. Американские боги, я знаю, что это такое. Я книжку читал. Акт. Акт это будет тоже, как я понял, ну не совсем антология, это звер... сериалы с завершенными историями в конце сезона. Mm -hmm. И вот сейчас для первого сезона взята история с Басфида. Про очень странную мать, которая до 18 лет. Я знаю даже эту историю. Я знаю эту историю. Да, потом я знаю, чем она заканчивается. Да, свою дочь. Она не просто опекала. Она с рождения говорила всем, что она очень больна, ей вообще нельзя там будет за разряда буквально шевелиться. Да, 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 да. Ну, это да, это короче синдром Мюнхаузена. Мюнхаузен байпрокси, это кажется, называется. Вот, и как бы вот эта история легла в основу первого сезона. А, ну и дальше будет соответственно. Да, я было. слышал я, я как давно, кстати, слышал эту историю. Вот, это акт, а Ну, у короче, это, 22... короче, это звучит в целом: концепция, звучит как этот: как американская история ужасов, или э, это самое. Или ну, в та, и другой, другой тот же самый чувак. Совсем. Другой сериал про это про... А, снимал, где первый сезон. Представлений? Да, который про Ойджи Симпсона первый а сезон, а второй Про «Версача» — охерительный. Твою бать, Очень я просто, хорошо. я Очень. ничего не ожидал вообще. Очень. Мы включили, я такой, типа, ну ладно, посмотрим. Какой... Мне нравилось про Оджи Симпсона, но когда начала выходить Версаче, я такой... Я, я так, если бы кто-нибудь мне сказал, что я буду смотреть, короче говоря, смотреть, э, как бы триллер, да, про убийство Джани Версачи, я бы просто заржал человеку в лицо а потом еще плюнул бы туда у него. У него не, не, туда. очень хорошо, очень все, очень классно. Я сделано. не интересуюсь модой, мне вообще посрать на это, но это. Офигенно. Но там, там суть-то вообще не в моде, как бы, он даже по большому счету даже не очень близок. И как бы там все по нет, ну просто в том смысле, что как бы, п.с. Ну, фактически, первое... да, как бы, нет, нет. В самом... Первое, что приходит в смысле... тебе в голову, как бы очевидно, да. Как бы казалось бы, что как бы первая первая аудитория, первый вот, вот, вот ряд аудитории, да, на кого должно быть ориентировано, те, кто как бы интересуется темой, да, кто как бы кому интересен как бы человек, как личность, вот ну, вся да. история, вот это вот вот. И, и, ну да, это вот это 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 автоматически, да, люди там да, будут смотреть. Я такой, мне, этого, мне это не близко, mm -hmm. вот. Но тем не менее. Нет, нет, там все, все, все очень и очень неплохо. Вот, а, в общем, САК там как бы Плюс-минус. <связывая> <связывая> э, <связывая> понятно, что я... мне я, я почему еще включил вот все эти сериалы, Потому что лично мне, по крайней мере, хочется это посмотреть. И я, по крайней ну, начну это оценивать. Ну, история там действительно. Оригинальная, то есть, реальная история, она действительно дикая. Там может прям получиться. Ну, да, вполне. Интересно. Уловка 22 тоже интересна несколькими вещами. Во-первых, довольно забавный синопсис. Это 44-й год. Ну, возможно, кто-то читал книжку. Американская... Это, а, а, это основано на романе. Американская армия военно-воздушные силы и один из э, летчиков он работает как работает служит э, на бомбардировщике ему остается очень недолго не до пенсии он всячески хочет ее приблизить до дембеля да до дембеля да он очень не хочет в... делать эти боевые вылеты он не хочет туда летать и как бы ему это не нужно и он всячески пытается придумать как от этого уйти и свалить побыстрее на дембель но его начальство пытается заработать себе звездочек и каждый раз увеличивает количество боевых вылетов, которые необходимо сделать до, собственно, этого самого дембеля. Угу. Вот. И на что главный герой решает такой, ну, пожалуй, тогда надо прикинуться сумасшедшим, чтобы в дурку, может быть, сначала, а потом как бы и на ну, гражданку. Комиссовали бы. Да. Но... Как оказалось, в Америке тех лет действовало... — По крайней мере, в Америке, которая в книжке описана. Мы да, на месте. Определенно, да. да, 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 да. Не закизаны такие американские военные истории. Да. А, как описано в книжке, что в Америке тех лет военных а в... в армии действовала так называемая ловка-22 которая заявляла о том, что если ты пытаешься уйти из армии, прикинувшись э, неуравновешенным и психически нездоровым, то ты автоматически здоров. Просто потому что, как бы вот, вот так, больному не придет это в голову, как бы, соответственно, ты здоров. Вот, ну и соответственно все, что с этим связано, как бы это завязка такая, сериала, и дальше что происходит. Но помимо как бы забавного, как мне показалось, mm -hmm. забавной завязки, тут а, еще присутствует такой аспектик, что здесь довольно большое количество известных и крутых а, актеров. Я помню там Хилори, кажется. Хилори, а, Джордж Клуни, который здесь продюсер, режиссер и одну из главных ролей вспомнит, mm -hmm, как mm -hmm. бы. А как мы знаем, что Джордж Клуни в целом как режиссер довольно неплохо. Ну, что он снимал? Он, он снимал а, полно всего. Я сейчас <св> название не вспомню. Можно сейчас, я сейчас... посмотрю. А, спокойной ночи, удачи. А он а, 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 режиссер? Через... Да, кажется, да. Вот. Нет, у него, я помню, что почти все, что, по крайней мере, я видел за режиссерством. А, вот 12 фильмов. Ловко 22. Субурбикон. Субурбикон это очень неплохо. Это такое Такой амаш Коином. Такой привет. Это хорошее кино. Там про где он отцом был. Сейчас скажу. Доброй ночи, удачи, собственно, как я сказал, признаки. Eh, все. Почему? -то. Ну, странный кино, я не знаю. Марковские иды, прекрасное кино. Что-то еще было Ну ладно. Сейчас, я сейчас долго это смотрю, свое время. Признание опасного человека, нам подсказывают. Вот, да. Короче, он здесь, он всю эту историю режиссирует, он же здесь снимается, здесь снимается Хилори и здесь еще пару актеров. Ну, это, а... Кстати, сложная история, когда ты одновременно а... как бы и снимаешь, и снимаешься. А, согласен, не просто. Но я надеюсь на что эффект будет а, хорош. Сейчас я скажу, кто еще здесь снимается. Здесь было. Да, признание опасного человека это Клуни, да, это правильно, вы правильно все вспомнили. А, не, не то, я смотрю, простите. А... Нет, не написано здесь. Ладно, бог. А, В общем, если посмотреть на каст, там он вполне себе внушает. И Очень хочется меня посмотреть. Но она, единственное, что уловка 22 выходит только, кажется, 17 мая. Так что еще месяц. А где она, кстати? Где выходит? Да. Тоже нужно смотреть. Твою мать. Ну ладно. Это потом. все можно. Есть месяц, чтобы выяснить. Господь дал мне две руки и интернет. Да, что связано с этим сериалом. Я тебе за травочку дал, как бы дальше все в твоих руках. В общем и ждут. ваших. Ну и наконец осталось поговорить про American Gods. Сейчас вовсю выходит второй сезон. Uh -huh. Я посмотрел полностью первый и сейчас вот ну почти в процессе просмотра второго, потому что вот как я уже Максу рассказывал, у меня есть специфическая особенность, uh -huh. связанная именно с конкретно с этим сериалом. Uh -huh. Пока я смотрю серию, у меня все хорошо, мне нравится, как бы все окей. Но как только я заканчиваю смотреть и знаю, что вот вышло новое, я делаю примерно... Не хочу смотреть. Не хочется. Okay, ну, мне не хочется. Да. Ну, ну зачем? Ну, ну, я пойду посуду помогай. пойду посмотрю что-нибудь, что угодно другое. Не буду вообще ничего смотреть. Пойду поиграю. Там, ну что, не, не хочу. Но если вдруг я дорвался и начал смотреть, то будет окей. Okay. Если вдруг случайно включилась да, серия. да, да. да то окей, okay, смотрю, как бы классно, все нормально. Я не знаю, почему у меня так... Но, в результате я знаю, что у меня сейчас то ли три, то ли четыре серии от второго сезона уже копятся, потому что я так ни, вот, не, не хочу быть. смотреть. У меня бывает такое. Да. У меня, опять же, я, да, мы как обменивались. Мы не донесли, понимаете, до эфира расплескали как бы предварительно. Вот, преждевременно. И да, мы тут, когда обсуждали это все, я тоже сказал, что у меня тоже такое бывает. Достаточно часто, причем почему-то в последнее время... Uh, я тоже не знаю, чем это обусловлено. То есть ты, ты, ты смотришь с удовольствием, вроде бы, и, ты такой, и в процессе, когда смотришь, такой, господи, а что я откладывал-то, в принципе, клево же все! Ну да. Клёво! Да. Потом такой, ладно, все, типа, на сегодня хватит, пойду посплю, -по -по там и потом так. не Приходит следующий день такой, типа, сай, и вечером, там, а -а -а. С, вечером садитесь перед телеком, такой, ну что, что посмотрим? Такой, ну у нас вот это вот еще. там. Ну, так... Да, чуть другое. Да, потом, да, потом. Вот. Это я не знаю, не я не знаю что происходит. Да, да, то есть ни, ни, никакого логического, логичного объяснения этому нет. Mm -hmm. То есть это не то, что здесь плохо, но ты как бы, вот знаешь, вот тайное удовольствие получаешь от плохого, ну как бы, знаешь, guilty pleasure какой-то. Okay. Нет, нет, да все вроде хорошо, все как бы. Я О, слушай, я про американских ну, богов, про американских богов. Просто так получилось, что я читал, я читал книжку, когда-то. Я очень ее когда-то любил, но правда давно не перечитывал. Не знаю, как сейчас она не пошла бы. Вот. Собственно говоря, это первая, по-моему, была книжка, которую я прочитал Нила Гейман. Благодаря я о нем узнал. Uh -huh. вот. а -а 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 я слышал такое мнение: я не смотрел сериал. Так я слышал такое мнение что вот книжка, она клевая. Вот, а -а, -а шоу, якобы а -а это последовательность каких-то разрозненных сцен вот, шокирующих, которые в результате ни во что цельное не складываются. Это правда или нет? Слушай, ну, как бы, смотри, я не читал книжку, поэтому я не могу сравнить. Не, книги. ну ты тогда не сравни просто вот, вот у тебя. Но при щенят, этом сега... я знаю людей, которые и читали, и смотрели, и у них не возникало никакого диссонанса. Но у тебя не возникает. А вот у меня тоже не возникает. Да, он, у него немножечко в первом сезоне, по крайней мере, было немного рваное повествование, но это не мешает просмотру, не мешает э, возможности вникнуть во все происходящее. И главное, что тебе в целом ну, нет такого, что у тебя какие-то дыры появляются. Такое, а это кто, а это почему, а это как. Как бы Да нет, как бы тебе в целом Ну все это в результате складывается в некую картину Да, они а, Растянули всю книгу Вот уже как минимум вот, второй сезон Это все еще первая как бы, вот, Книга то, 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 События ее продолжаются И а, как я понял Что они переставили а, Местами различные моменты То есть если Погоди минуточку, мы сейчас про американских богов все еще говорим Да, да А что они растянули, там одна книжка вот, тем не менее. А, а, растянули, в смысле, одну книжку дальше? На, да, на да, да, да. Одна книжка не, не в один сезон убирается, меня просто а второй сезон это все меня, еще одна книжка. Меня эмоционально, интеллектуально искалечила, видимо, «Игра престолов». Теперь, когда мы растянули книжку, я думаю, типа, ну, там, одну книжку из, из пяти растянули, там, типа, на два-три не, не сезона. Нет, нет, нет. Там, как а, «Хоббита». И а, здесь они немножечко переставили различные ключевые моменты. Насколько я знаю, что одна из вообще, как бы, один из главных поворотов а, финальных когда тебе рассказывают, кто такой среда. по он довольно рано происходит в книге. Да? Или нет, я не помню. Уже. Но мне говорили, что типа это, мол, чуть не один из главных вообще. А Твистов. там есть, скажи, пожалуйста, там есть чувак, который в тюрьме, типа, с этим, с главным героем, что-то там, какой-то, типа, приятель, знакомый. В тюрьме. На, сгон... на, на имя какое-то. Или прикон? Нет, нет, не прикон. Короче, там есть. Ладно, я не буду, это спойлер, Ладно, в общем, и как мне говорили, что это один из главных вестов вообще книги, Типа, мол, ну, кто такой среда? Mm -hmm. То здесь э, война как бы еще не началась, mm -hmm. но при этом кто такой среда, ты уже как бы вовсю узнаешь. Еще в конце mm -hmm. первого сезона ты уже как бы об этом знал. Кстати, не помню, она вообще начнется или нет, я не помню, ну, как книжки. А, вот, да, вроде как, да, она да? должна как бы случиться, а, насколько окей, я понимаю. Хорошо. Вот. Короче, опять же, те, кто читал, говорили, что вот, по идее, вот в первый сезон укладывается вообще вся книга, и мол, типа, вот сейчас вот должно случиться как бы финал, но нет, как бы дальше продолжается второй сезон. Как бы. То есть, видимо, они что-то переделали. Мне, опять же, сложно рассуждать в данном случае, потому что я не читал книгу, и мне не с чем сравнить, я не могу этого сделать. Блин, ну но как сериал, в целом, как бы это неплохо. Это прикольно за этим наблюдать местами, потому что ты понимаешь, что это далеко не самый а, высоко бюджетный сериал. Вот он довольно низкобюджетный, но они как-то выкручиваются. Мне нравится Иэн Макшейн, короче, который там, собственно, в среду играет. Да, он хорош. Нет, мне не а, нравится а, Иэн Макшейн! нравится? Нет! Да ладно! Он, он, он крутой! Нет, мне не нравится. Блин. И он блин. же, кстати, он, кстати, играет папу Хелбоя в новом Хелбое. Вот, кстати, извините, я вернусь к Хеллбою. Одна из проблем у меня была то, что там Сила вообще. Сила Макшейн, ты его да. не любишь просто что ли? Нет, дело в том, что у него там еще, опять же, я не знаю, его вина или режиссер, или кого, или сценаристов, мне кажется, всех сразу. Фишка в том, что там, как бы, очень важную роль. Э, играет, э, играет отношения как бы, между ним и Хелбоем. Ну, и так очевидным образом, да, вот. Но как бы совершенно непонятно, почему и за что Хелбой его вообще так любит? Потому что он такое говно. Вот опять же у, у Дельтора у них просто, знаешь, были отношения типа между между подростком таким строгим, но любящим отцом, да, вот. А, а здесь он просто вот просто говно, которое Хелбой использует. Но вот тот почему-то вот вот прям прям вот вот все вот вот тут yeah, сердечки. Я, я влюбился в Йена Макшейна а, с Американская история ужасов со второго сезона, он там играл плохого Санту, скажем я не так. Помню. Ты же смотр... ты же все сезоны? Ну второй, как минимум сезон, американской истории ужасов. Конечно, но там есть. А, там... По... Это «Психобольница». Да. И он играет психопата, который наряжался в а, в я Елене забыл. Санты. Я забыл уже. Ну, и ладно. там резал людей, убивал. Ну, Его играет Йен Макшейн, и как бы он ну, там ладно. бесподобен. Я вот с тех пор люблю ну, этого актера. Говорят, слушай, вас я протрезвел, выпейте а Мы Это значит, что мы наносим отрезвляющий эффект. <звук> у людей заблуждение, понимаешь ли, относительно кино и сериалов, а мы отрезвляющий Не эффект. трожь хеллбоя, буду трогать. Чешется. Тут кстати, еще нас спрашивают: российские сериалы да. смотришь, например, реальные пацаны и новый сезон» вполне неплохой, есть мало личных моментов. Я Они не... еще идут. Я, не, честно говоря, не могу их смотреть. Я, кстати, когда-то начинал первый сезон, там было даже действительно по-своему по не... забавно. Нет, ну... нет. А так, ну не знаю, я нет, я не смотрю. Я не то, что целенаправленно этого не делаю, просто. Я нет, я не делал целенаправленно, я не могу это смотреть. Меня, ну, я, начинаю я, пытался, смотреть и метал... я пытался в последний, Я пытался в последний. Нет, вообще в не целом буду. российские сериалы. В, нет, в целом, российские сериалы я смотрю. Ну, а, это... а, смотрю, ну насколько это возможно, много, потому что их не так много из более-менее стоящих выходит. А вот из последнего, что мы сейчас с женой а, смотрим Мертвое озеро. Тнт-шный сериал. Выходит сериал с Цыгановым в главной роли Мертвое озеро. Это такой uh, true детектив по-русски. Вот. Мы, честно говоря, сейчас Водки какая захотелось. там шестая или седьмая серия, там вышла, последняя. Мы вот посмотрим. И говорим, что вот вчера, как раз мы посмотрели последнюю серию. Ну, она не последнюю, последняя, последняя а вас? Да. И э, мы сошлись на мнение, что если в первом сезоне не будет развязки этой истории, и они оставят эту развязку на второй сезон, то мы его смотреть. Не будем. <с> Потому что, опять же, что-то все затянуто, перетянуто, муторно. 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 Хотя не без некого шарма. То есть все действие сериала разворачивается где-то там на Дальнем Севере, э, и соответствующие съемки. Соответствующие. это промышленный город, там градообразующим предприятием является так называемая компания Ураникум, добывающая, соответственно, какие-то там изкопаемые прочее, вот и виды соответствующие, то есть -то трубы, север, снег горы, Но это нет, это okay. довольно, это круто выглядит, и okay. это хорошо снято. Местами прямо очень хорошо снято. Вот. Но перебор, опять же, с Фукунагой. Э, на Фукунажили. На фукунажили, да. Очень на фукунажиле. А местами вопросы к просто сценарию банально есть. Но как бы не при этом не сказать, что это плохо. Это неплохо. Но вот не очень хорошо, скажем. Вот говорят, что, что мы делаем в тени, как вам говорили. Вот в Вот, кстати, интересно, я очень люблю фильм. А сериал я еще не смотрел. Я тоже. А он же вышел я даже, даже, только вот, Я даже. Я или... больше скажу, я даже паранормальный Веллингтон» еще не смотрел. Я, я смотрел, он очень хороший. Я верю. Очень хороший. Верю. Мне просто очень смешно. Эти персонажи, собственно, которые, как я понимаю, там главный герой, этот полицейский мужчина, женщина, они мне еще с фильма, они, они, они еще фильмы у меня были одни из любимых. Когда они приходят такие, начинают у них, короче, морк морг наведенный, и начинают затирать такие, ой, что это у вас? Это, это, что такое? Это что такое? Такие, Господи, сейчас увидите, типа, труп там висит, Такой, тут Смотрите, у вас же у вас проводка оголенная. Ну это как так? А снизу, вот, смотрите, вот банки с краской стоят. что тут пожар сейчас начнется, вот через 5 минут. Ребят, нет, ну так нельзя. Детекторов дыма где ни одного же нету. Вот и вот эта сцена вся там каждые пять минут тебя такой нет. Вот сейчас вот типа там каждый раз такой нет. А здесь весь сериал плюс минус на этом построен. Они попадают в команду так называемую паранормальную паранормальный отдел и все их вызовы так или иначе связаны с чем-то вот необъяснимым. Ну надо посмотреть я очень хочу. Там Очень хорошо. Так что там появляется их начальник. А у которого есть типа специальная комната, где они должны собираться, потому что там так или иначе связано что-то вот с этим паранормальным, в все. Он как раз в это верит, а они ]ha. как бы нет при этом. И huh. каждый раз он, чтобы попасть в комнату, якобы нужно набрать пароль, и он делает примерно так. О господи, ну да. Ну короче, отворачиваемся от них такое. Я набрал код, вы его не знаете. Очень хорошо. но там прям много посмотрите, смешного, посмотрите. он уморительный. Вот это действительно стоит посмотреть. А вот «We in the Shadow» именно сериал я тоже, к сожалению, да. еще не видел, но, но это обязательно да, надо это будет обязательно. посмотреть. Обязательно. Я обязательно. верю в него всей душой, Тайка Вайтити и еще, вообще. И мы, я не знаю, я, по, я еще очень жду, конечно, фильм про оборот. А, а, да, но да. там да. уже, да, развивает кин кинематографическая вселенная Вайтити. Как вы относитесь к творчеству Юрия Быкова? Я не знаю, кто это. А, ты не смотрел а, «Дурак», а, «Жизнь», а, «Майор». Надо? Сейчас вот «Завод». Надо? Зачем? А, что это? Это кино. Нет, я понял, нет, нет. нет но не это, вы... это крутое кино, на самом деле. А, единственное, как-то мне кажется, что Быков немножечко... Начинает заигрываться с этой темой, и это уже какое-то не то, что сам повтор, а... ну, то есть у него каждый раз это такая тема чернухи, как бы прослеживается. То есть каждый раз это некий пиздец, который как бы очевиден любому зрителю, но абсолютно не очевиден действующим, главным действующим героем. Uh, и каждый раз это плюс-минус, как бы ну, изменяются обстоятельства, но глобально как бы, это вот все равно трендец. Там в майор это uh, майор полиции, который сбивает uh, ребенка, и uh, мать там, и отца потом винят во всех смертных грехах, и там буквально все. Ну, там... Поэтому, кстати, даже, по-моему, американский сериал сняли мини-сериал 7, 7 секунд или 7 минут, как там называется, что-то такое. Кажется. Да. Дурак это про то, как э, дом рушится буквально, практически на глазах, и там житель идет, в, 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 назовем это в управу, в местную администрацию, говорит, что как, у вас сейчас дом рухнет, а всем насрать, как бы, то есть и все тоже маленького человека завертели, как бы, всё. вот. И а, в, кино на самом деле что, вот, как минимум, майор Дурак очень крутое кино, но как бы Просто быков продолжает. Вот сейчас у него вышел завод. И я так понимаю, что это будет плюс-минус тоже только про завод. Скоро у него выходит еще одно. Это будет то же самое, только и вот еще что-то. И это начинается какое-то, на мой взгляд, уже самокопирование и самоповтор. То есть что-то вот. Я бы на его месте немножечко что в другую сторону. Говорят, что дурак признан лучшим фильмом десятилетия российским на КП. Это нельзя пропускать. КП это киноправда, что ли? Это кинопоиск. КП... Что, это? что КП... такое КП? «Комсомольская правда». «Комсомольская? Боже упаси». Если бы на КГ, КГ. Я, я вот понял. Просто у КГ есть второй домен. Раньше был, по крайней мере, как раз КП. А, было да? «Киноговно» и а «Киноправда». Это одно и то же было. А, да, они просто такие да. зеркальные. Я про «Киноправду» не знал. И КГ мне... Ох, извините, нет. А, так вот. Ну да. Я не готов согласиться с тем, что "Дурак" это лучший фильм десятилетия. Российский. Ну, российский, безусловно, Российский. Точно, совершенно. Нет. Было как минимум горько. Но фильм, фильм действительно крутой. Я вполне могу его рекомендовать абсолютно всем к просмотру. "Майор" и "Дурак" это очень крутые фильмы. Но нужно быть готовым, что как бы они не. Кинопоиск, спасибо за уточнение. Не простые. Ну да. Не просты, то ну, есть хорошо, это не, я... не такое не кино, но вечерок. Ну, ладно, то да, есть да. нужно быть морально готов. Но фильм, но они действительно крутые. Это как бы, то есть, даже не только мое мнение. Ну, окей, я наверстаю тогда, я думаю. Окей, Стоит спасибо посмотреть. Спасибо. Вот. Э -э ну что ж, мне кажется, что мы так основательно сегодня. Ну да. Потрещали, я и потрепались. Еще... Я еще могу на, на прощение дать пару э -э рекомендаций, кстати говоря. Там не все свежее и по крайней мере прям вот супер свежие вот но э, все очень хорошее значит если вы не смотрели например до сих пор э, документальный сериал такой называется Wild Wild Country вот обязательно посмотрите это на Netflix про э, несколько месяцев назад кажется вышел на Netflix сериал документальный про э, Ошо знаешь такой Ошо ну, был такой гуру тогда, правда, так еще не звали был такой индийский гуру такой философ мыслитель который потом собственно превратился в гуру вот который он значит он пытался он и его последователи они пытались <coughs> в штатах в Орегоне, построить коммуну. Угу. очень плохо дело кончилось ну хотя бы ну, короче Все не, не по так потравились нет не настолько плохо но нехорошо вот и собственно говоря э -э вот там не помню сколько 8 10 серий вот очень э как бы обстоятельно с разных сторон Uh -huh. рассказывают эту историю. То есть там как бы интервью с uh, чуваками, которые были как бы среди его последователей интервью, короче, с женщиной, которая была его личным секретарем, фактически правой рукой, на которую там очень многое свалили в результате, хотя она, ну, вообще, я все равно, в любом случае, она явно не святая. Вот, там сваливать там особо можно было и не сваливать. Вот. И с людьми, которые противостояли им, то есть местными жителями какими-то, с mm -hmm. которыми там у них были конфликты постоянные. Вот. Очень интересная история, очень необычная, и в частности она... Очень крута тем, что. Все козлы. Вот просто практически. Вот, вот ты смотришь, особенно, особенно в первой половине ты такой. Ну, они все козлы. вот со всех сторон. То есть там, как бы что чуваки, которые приехали, как бы непонятные какие-то черти, да, и начали устанавливать свои правила. Вот. И крепить местных, да, немногочисленных весьма какой-крохотный городок. Вот. Что местные, которые на самом деле себя поприветствуют, как полные, короче, зашоренные расисты, вот, э, какие-то там мифы выдумывают про этих чуваков, в общем. Ну, в общем, вот ты такой, господи, какие мы все противные. Вот, но ну, очень интересно смотреть. Посмотреть. Да. Uh, вот это вот очень хорошая штука. Еще как бы из более лайтового есть такой сериал. Он сейчас, правда, опять же, сейчас просто третий сезон вышел, опять же, на Netflix. Он есть, называется Kims Convenience. Uh, это комедийный сериал про uh, семью uh, корейцев, которые живут в Торонто. Там мама и папа, они такие уже возрастные, вот они, собственно, эмигрировали uh, в Канаду из Кореи, вот, а дети взрослые, там, сын и дочь, они родились уже там, уже выросли, дочь там в колледже, сын там уже работает где-то давным-давно, в общем, все разъехались, вот. Uh, и они уже они уже стопроцентные канадцы. Вот. И это неожиданно очень крутой, действительно, очень смешной Э сериал, при этом он такой как бы он он, он одновременно и смешной как бы, и он, они, там, люди не боятся, как бы, там, собственно, человек, который его написал, э и, среди всего он сам, собственно говоря, э э понимаю, не, он мультикультурные мультикультурные ценности, сам смысле, этнический, сам этнический кореец. <связь> Нет, он, с одной стороны, как бы, он не боится как бы, он не боится э -э -э разговаривать о вещах, за которые, в принципе, там, знаешь, вот может кто-то, как бы, может кто-то попинять -то на какой-то такой подспудный расизм, да, но у него, как бы, кардон, потому что, я говорю, он сам кореец, вот, и он в любом случае это делает достаточно, как бы, деликатно. Но, то есть, смешно, все равно смешно, но э, грамотно. Это очень круто сделано, очень тонко. Вот, и э, я тоже всем очень рекомендую Кимская. Жизни Матрешки, к юбиле Алла Борисовна. Я бы лучше порекомендовал просто Матрешку, которая как бы Russian doll. Не хочу. Она. Что не хочешь? Не хочу ничего про Аллу Борисовну. — Не, Russian doll. А, Раш... Господи. Я бы лучше просто Матрешку Господи. порекомендовал, которая Russian doll. Которая Russian, do себе... Russian Doll. Russian отлично. Да. Да. А, понятно, что это не самый свежий сюжет, скажем так. Он много раз уже повторялся. Он, интересно, раскрыт там. Он, интересно, раскрыт. Он, интересно, раскрыт, и там интересные персонажи. Mm -hmm. uh, да, да. И нет, мне кажется, это, это, нравится... это действительно хороший, да. это хорошее кино, это хороший сериал. И мне очень нравится, вот, как раз, опять же, взаимодействие Шон между. Взаимодействие между вот двумя, между героиней и героем. Mm -hmm. да, там да. такое прям интересное, как бы. Столкновение характеров. Uh, если что, Russian Doll это такое смесь счастливого Дня смерти и Дня сурка. Да. То есть. Да. Вот... Что-то я еще, по-моему, приводил в пример, что может, с чем это было, с чем это было скрещено, но сейчас что-то не вспомню. А, на КП говорят, зовут жизни матрешки, но ну, извините. Окей. То есть, это, видимо, мы об этом, об этом и говорили изначально. Серьезно? Жизни матрешки? Это, это не по-русски, это, то есть, это не согла... Здесь два слова не согласованы друг с другом. Им норм. Что? Не знаю. Как, бы, как это вообще можно было так перевести? Вот так. герои очень говорят на Пугачева похожи. Да мы знаем, что это. Так, как а, говорят на самом вот деле. Почему Алла Борисовна? Да, потому да. что героиня. Ну на самом она, деле. Она, она, да, она похожа. А я помню меня, что меня поражало каждый раз в этом сериале, а, а то, а то, что главная героиня позиционируется как невероятная красавица. Где она так позиционируется? А ей там неоднократно говорят, что, типа, ты же такая красивая баба, ты, типа, такая охренительно сексуально красивая. Я смотрю на нее и такой, а в каком мире параллельной вселенной она красивая? Нет, она как бы запоминающаяся яркая бесспорно. Да нет, ну, во-первых, во-первых, значит, во-первых, мне кажется, она вполне норм. Во-вторых... Не, она яркая, ну прям красотка там. Во-вторых, во-вторых посрать, вот а а и в третьих и в третьих я я вот это я вообще, кстати, этого не, не я бы это, не увидел это несколько раз об этом прям открытым текстом заявлялось, то есть ну не... опять же значит им норм как бы как какая-то невероятная норм. красавица я такой войну Анны нам все рекомендуют я обязательно хочу да тоже посмотреть ох ладно я думаю что вот на этом точно все и пора заканчивать про королевство ну я могу только сказать что я смотрел одну серию Uh, Мне общем... надоели зомби, но вообще выглядит неплохо. Я, я надеюсь, мечтать. что вам понравилось и что мы будем повторять а, такой формат с завидной регулярностью. А, раз в неделю сомнительно, но как минимум, я думаю, раз в месяц постараемся, потому что будет что-то выходить. Ну, в просто... квартал. Ну, ну, либо так, да. Нет, на самом деле это все обуславлено наличием тем, потому что раз в неделю просто нет такого количества реально тематика, о которых можно Нет, раз в неделю, да, безусловно. Раз в месяц, в лучшем случае, Ну будем. по-хорошему ну, будем Раз в квартал. Будем, короче говоря. Ну, будем. По ситуации. Главное, главное, будем. Если вам нужно. В общем, Думаешь, а что ж, до новых Хреновых. встреч в прямом эфире. Пока-пока.